Раз, два, три, семь. Так, вроде все работает, вроде все отлично. Всем здрахуйте, всем доброго вечера. YouTube подключился вроде, Twitch вроде тоже подключился, но я не уверен. Вот. Да, а, нет, все есть пробитие, да, так точно, Джейсон, здорово, дорогой. Все, чаты вроде подрубились всем. Так, я себя еще не подключил. Так, все. Шалом всем. Я сегодня желтенький. Не знаю, насколько желтый. Вот, у меня опять проблемы со светом. Я не поменял лампочку. Хромак. Все рябит, так и норовит. Так, в общем, слышно должно быть отлично. Видно, все должно быть отлично. Вот. Короче, тема сегодняшнего стрима. Три мастероса. Альянс 15. Три мастера за 20 боев. Но я думал, я хотел вообще, как бы, да, на стриме сегодня это выполнить, но я случайно выполнил ее вчера. И, короче, сегодня условное такое, условное выполнение. Я приготовил блокнотик, но забыл ручку, поэтому либо в уме будем записывать, либо где-то отдельно. Вот, от всего. Где осётр? Мне нужно чекнуть YouTube. Я не знаю, у него работает ли все в все чаты работают. Я пока вижу только один Twitch. Вот, остальные не знаю вообще, подключились они, не подключились, но вроде должны работать. Так вот, короче, дам некоторые рекомендации попозже. Говночат не подключаться, не знаю. Вот я, по крайней мере, Twitch вижу совершенно четко. Вот, прям совсем четко. Остальное не знаю. Вот, что там подключилось, что там не подключилось. А, все, YouTube есть. Отлично. Так вот, попозже дам некоторые рекомендации, хотя почему попозже, давай сейчас, потому что... Где? Давайте, народ, давайте, собирайтесь, блядь. Значит, ребята приносят деньги, говорят, сделай, пожалуйста, блядь, World of Tanks, покажи, блядь, это, покажи то, сделай ЛБЗ, вот, а сами не приходят, смотрят в записи. Конечно, спасибо, но, блин, хотелось бы как бы в прямом эфире контактировать. Вот они вот так вот. Но, ладно, скорость генерации контента все равно увеличена. Вот. Короче, не знаю, насколько получится трех мастеров взять, потому что вчера я задрал планку, по крайней мере, на прототипе. Вот. А заодно третью звездочку себе на стволе дорисовал. Вот, красочкой. Короче, есть сайт вот Replace. Вот, танковые ребята должны знать. Ох уж эти, да. Танковые ребята должны. Там есть график мастеросов. Вот. И где меньше, ну, желательно, наверное, 8-9 уровень, а лучше, скорее всего, 8. Но вчерашний день это был как раз Т-28 прототип. И бульдог. ЛТшка американская 8 уровня. Я сначала думал на бульдоге, потом вспомнил то, что у меня вроде... репост, спасибо. Вспомнил то, что на прототипе вроде неплохо. Да и вроде на вчерашний день там 1100 чистого опыта всего лишь нужно было. Вот. Так что... так что все нормально. Вот, чат у меня не подключает, единственное, что, я не знаю, второй Twitch у меня подключился или нет, но ВК он совершенно точно не подключает, а YouTube и один Twitch точно подключил, Максим, все работает. Так вот, короче, и это финальная задача, в общем-то, на которой, после которой можно брать... объект 279 ранний. Вот. Выполнена она уже у меня с отличием.
Альянс 15, 3 мастера за 20 боев. Вот. Остальное, союз, блок, коалиция, открывается бланками. Бланки 9 штук в наличии. Чтобы было 9 бланков, необходимо Экскалибур, на отличие выполнить Химеру, на отличие выполнить и, соответственно, Альянс. Выполнить на отличие, на мой взгляд, вот, ветка Альянса за один день практически выполняется. Но единственное, да, вот на мастеров, ну, дня два можно убить, наверное, где-то так. В общем, вот так. Короче, начинаем отчет, берем этот пепелац. Стрим сосет жопу, да, совершенно точно, совершенно верно. Так, а можно я сейчас на секундочку прямо отвлекусь? Прям вот, прям вообще на секундочку. Вот, я хочу чекнуть ВК, потому что, возможно, я там что-то не докрутил или наоборот перекрутил. Здорово, брат, да, этот, как он. ВК, нет, ВК у меня в чате не отображается, но я его вижу в любом случае. Я его вижу отдельным окном. Вот. Так, сейчас, вот. Вот, да, он, короче, категория видеоигры, вот, но категорию немножко не ту он организовал, точнее, под категорию. Вот, и поэтому все не так здорово, как хотелось бы, но сейчас он прогрузит. Так, короче, пока он там ВК прогружает, я воткну резервы. Так, во-первых, на английский язык все переключить. Не люблю писать по-русски в играх. Поставлю, наверное, давай на час. 200% к опыту экипажа. Не знаю, покачаю, потом этот экипаж перекочует, наверное, на арту, скорее всего. Вот, в корячу допай. Получаем 490 метров обзора. Это еще не полные перки. 1.82 сведения, 77 кд-шечку. И в бой пробуем брать мастеросов. Вот, все. Сейчас все хорошо, прям должно работать. Прям четенько. Мы с Максимом сейчас до стрима проверяли картиночку, все нормально должно быть. А что такое Show of Hands? Это смайл, который бот не хочет этого самого отображать. Или как? Кстати, чаечек выпьем за победу, за мастероса. Я решил сегодня с чаем. Вот, день, вечер, трезвость, потому что если я начну бухать, ну, во-первых, я уйду в запой. Во-вторых, я буду орать просто. Сколько было матов вчера, вот, когда я брал третьего мастероса, вот, это пиздец, блядь, да чё за говно, блядь, да какого хуя, да кто это придумал, блядь, картошка пидораса, блядь, и прочее, прочее. Такая же кружка на скафе. Это знаешь, это на скафе мне занесли. Короче, это скрытая реклама с 2012 года. Не знаю. Потому что там когда-то был пост ВК тоже там. Так.
Короче, трогать Бибу в кустах не очень хочется, потому что нужно набивать дамаг. Стэй у нас вообще красавцы, блядь. ФВ непонятно, что делает. Видимо, трогает тут того самого Бибу. Здесь, в городе. На центре нет никого. Хотя нет, подожди, там у нас какая-то СТ-шка есть одна. Но... Хорошо, вот то, что объедок сюда поджался, это вообще прям не очень. Так, а ты в какую сторону-то вообще смотришь, блядь? Тайп пошел в раш. Сколько градусов чай? Да нисколько. А я не знаю, сколько обычно в чае градусов? Так, таким макаром я не настреляю себе ничего. Абсолютно. Вот если тайп бы чуть-чуть куда-нибудь отодвинулся. Е5 опиздюлился уже где-то. А нахуя ему компоновка? Лучше. Компоновку, блядь, точнее, эту улучшенную закалку имеет смысл ставить на Мауса. На Мауса, на Е100, блядь, ну никак не на Е5. Ну, в смысле, восьмерку. Потому что у них, ну, тупо много хп. Где народ из танкистов? Да, мне вот, блядь, тоже интересно. Просили... И до дракона просили, и перед драконом просили. Не, ну они, конечно, посмотрят в записи. Это совершенно точно. Вот, в основном смотрят ребята у нас в записи. Как бы на стримы попадают редко, потому что, во-первых, стримы происходят хуй пойми как. И хуй пойми когда. Вот. Во-вторых, они очень редки. Ну, сейчас, надеюсь, исправить это все дело. Блять. Тут и не про... Так, подожди, может быть, все-таки он... Слушай. Нет. Вот, не, клюв высовывать вообще не очень хочу. Под объекты. О, отстрелялся. Да, поторопился, блядь, без сведения, нахуй. Не-не-не. Это тот... Эпилат слева. Он прям покоя не дает. Подкатываться я что-то прям вообще не хочу. Тем более... Не могу. Там 704, блядь. Так, давай, давай, давай. Выходи. Пфф, спасибо, арта, блядь. Все нормально. Бой в никуда, короче. Тут ни первой степени, ни мастерства. Ну, я говорю, у меня прям стойкое ощущение, что сегодня ни хера не получится. Ну, условно. Условно. Будем считать то, что она в любом случае сделана, блядь. Потому что в итоге-то и вчера я ее сделал. Блядь, надо убрать объекта в середине. Я бы проехал вокруг, вообще вышел бы в центр, но, блядь, с учетом моей мобильности и динамики, я этого вообще не смогу сделать. Сижу лучше тайпа, поприкрываю чуть-чуть, не знаю зачем. Весь бой, блядь, на одном месте прокрутился и нихуя не сделал. Абсолютно точно. Так, не надо мне звонить в эфир, пожалуйста. Так, во. Можно... Так, нет, не поеду я туда, потому что... Сейчас эти товарищи будут выходить конкретно сюда. Конкретно меня, я, скорее всего... Буду откатываться. Сейчас посмотрим, вылезет или не вылезет. В всякий случай галдишку подзаряжу. Ага.
Да. Давай, давай, выходи. Что-то у меня куда-то в маску ему улетело. Опять поторопился, нужно было немножко с водочки подождать. Так, ну, в принципе, можно это, выходить забирать его. В принципе, на мужика! О! Заодно, может быть, и... Угу, забрал, блядь. В принципе, я... Так. Ну, а ты чё? Прячься. Пилац, блядь. О, какого хера? Рикошет, блядь. Об крышку. Да, да, да. Не ожидал. А вот я такого тоже. Так, там 49-ка еще где-то. Еще где-то борщ. Да, и арта еще. Я же к нему вообще не хочу ехать. Я тупо встану на захват и, скорее всего, кто-нибудь ко мне да приедет. А вот 49-ка, она уже... Угу. Блять, надо арту как-то спасать. Но она вообще должна сама огрызаться. Ну, 49-ку со спины надо убирать. Вот жалко, конечно, я... Ага. Жалко, конечно, я в него не попал. У нас всего осталось трое. У нас всего осталось трое. А там и сука. Борщ. Две арты. И пантера. Угадайте исход, блядь. А вообще нет. Вообще давай-ка поступим следующим образом. За... Оп, 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 борщ, борщ в спину заходит. Так и думал. Как бы мне пантера не зашла. Ах ты, блядь. Да пиздец! Я хуею. Так, еще где-то и сухо. Так, эти с пантеры должны разбираться. С артой вместе. Ага, красавец. Он тоже в невидимые камни стреляет. Ты прикинь, броня не пробита, блядь. О, 25 хп, блядь, 25 хп. Сука, альфа не прошла, просто ебаная картошка. Wargaming, вы пидорасы, я официально это заявляю. Своим ВБРом, обоссан. Двадцать хп, блять, остал, пиздец. А чё они с артой-то, ой, блять, с артой, но с пантерой-то нихуя не сделали. Обоссанные ублюдки, блять. Пиздец, забрать бы мог уже давно. Сколько? Два, три раза. Два раза невидимые камни. Охуительно. Очень далеко он это начал делать. О, пантера-то еще фуловая. Пиздец, блядь, как они нахуй. С Максим. А Максим, наверное, не будет играть, скорее всего. Он не хочет. В это, в петушиные игры играть.
Очень далеко он, блядь, в этот в осадный режим перешел. Это можно было делать гораздо ближе. Да тем более у нас потерян 2000, да, он потерял аккаунт. Вот, да тем более у нас тематика стрима какая, блядь, ремастероса за 20 боев, вот надо 20 боев сыграть, и в принципе даже не важно как. Не, конечно, я постараюсь, блядь, повторить вчерашний подвиг. Вот, но 2.79 в любом случае в ангар сегодня будет получен. Вот резерв я специально пока на час вкорячил. Слушай, а давай... Может, хотя нет, в принципе, и дупай достаточно одного. Я думал еще инструкцию какую-нибудь поставить. Блять, 14 каких-то обезьян у меня в казарме в качестве новобранцев. Я не знаю, куда их сажать, блять, абсолютно. Куда-нибудь, наверное. С учетом того, то, что картошка еще планирует экипаж 2.0, как бы, ну, или я не знаю, как он там. Может быть, не 2.0 экипаж, я не помню. Вот они там презентовали какую-то. Вот на стриме года презентовали. Короче, как-то это непонятно. Ну, в смысле, как раз-таки понятно. Это, скорее всего, как в кораблях будет реализовано. Вот, некая сущность, да, там. В лице одного там командира, так, ну, в кораблях это капитан, да, вот, а здесь, видимо, командир будет, и древо перков практически такое же, вот, как корабельный, да. Так, ну, ничего, в принципе, пофиг, стрим, будем считать стрим на запись, для записи. Потому что просили, вот я застримил. А где вот эти вот просящие, я не знаю. Ну, посмотрят в записи. Не страшно, в любом случае, спасибо. За материальную поддержку. Без вас, товарищи, заносящие. А там бы не... Котам бы нечего было жрать, да и мне тоже. Вот и бат приехал. А арты нет, хорошо, хоть можно тут себя чуть-чуть почувствовать хорошо. Немножечко. Потому что, единственное, что со стороны коровников может прилететь. А рысь никто убивать не хочет. А наша рысь... А где наша рысь? Наша рысь уже у их коровников. На гору я точно не поползу. Где-нибудь в этом районе останусь. Скорее всего. Так, вот. 44-100. Мы до тебя дотянемся. Мы до тебя не дотянемся, зато... Прекрасно видно про жету. Пережетто. А ты уйдешь, да? Так, оказывается, это я рассветил. А теперь меня еще бат подсвечивает. Ох ты, хорошо-то, когда, блядь, прилетело, а ты, суки. Оп, а уже из горы стреляет 26,5, отлично. Ладно, немножко отсветимся. Так, а надо пирожетто забирать, товарищи, вы чё? Пирожетто заберите. Пантера 8.8. На горе уже. А, Максим, а ты не обращался в ЦПП? Например. Там, или с помощью почты не пробовал восстановить? Так, давай, чуть выйди, пожалуйста. Блять, рано. Да и вообще даже не туда. Потому что он вроде даже не собирался никуда выезжать.
слишком пока на игру глянем. Но нет, отпускать его нельзя ни в коем случае. Хотя там что, там карту что ли перекопали? Господи, уже нахуй. Я уже перестал следить. Отлично, нет. Не отпустили. Я уже перестал следить за этими переебами. Карт, не карт, блядь. Блядь, сука, потушили. Раньше. Так. Эмиль. Прошло. А, и почта у тебя того. А чё, а куда улетел-то? Так, Пантера поехал, по всей видимости, на образец. Если чё, мы его тут... Жопу его подприкрою. Так, наши уже там вовсю дают. Конечно, хотелось бы... Ну, конечно, не туда. Хотелось бы еще, конечно, пострелять, а то 700 уронин, что-то прям вообще... Никуда, слишком, понимаешь, слишком быстрые бои стали, слишком быстрый рандом. Я не знаю, мне вчера просто как-то подфартило вот так вот взять трех мастеросов. И даже, по-моему, не за 20, там чуть меньше боев. Может быть, 16 или 17 боев получилось. Так, оно. Галдишку, что ли? Ага. Не туда. Оно рашит. Оно рашит, я понял. Товарищ. Статист, видимо, сидит. По всей видимости. Слушай, мне кажется, у меня один Twitch подключился, потому что у меня на двух показывает совершенно одинаковое количество читующих и... Ну, он упал-то, блядь. Шей. Что, как-то покажетесь, блядь? Поеду я уже туда. Может быть, успею еще в кого-нибудь стрелять. То слишком медленный. Слишком медленный прототип. Найтбот. Да. Слишком быстро. Даже... А, они базу схватили, блин. Так, может быть, я еще успел бы. Пару тычек-то дать. В драку. Бонус. 1900. Не, маловато. Маловато. 39 минут и резерв. И можно... Ну, я специально пока на час воткнул, чтобы видеть, когда можно делать перекур. Что я пока... Бои загружаются, пока еще раз в ВК зайду. Смотрю, как там вся трансляция чувствует. Чё-то прям совсем херово. И я не знаю, то ли она... Да нет, вроде работает. А почему ее в ранжировке нет? Я чё-то не понял. Единственное, что, Максим, когда мы будем в корабли насасывать? Или в War Thunder? Там у нас охуенно получается насасывать в кораблях и в War Thunder. Вот прям не дать, не взять. Вот прям совсем. Прямо изумительно.
профессиональные насасывальщики, блядь. Можно, наверное, так выразиться. Так, редактировать. Давай чуть-чуть правее возьму. Да, все хорошо. Все с контактом нормально. Да. Почему нет? Ну, я не знаю. Почему нет? Вот я у тебя спрашиваю, когда мы это будем делать. Ну, надо только корабли, во-первых, поставить и вартундер поставить. А чтобы их поставить, мне нужно хард подкинуть. Да. Пипелац какой. О, ты прикинь? Блять, свелся. А эта хуета под днище, блять, улетела. Прикинь. Либо я просто отшифтовал слишком рано. Слушай, а давай я... Слушай, а боюсь я. Слушай, с правой стороны по мне. Как супер хелкэт. Ты серьезно, блядь? А, ну под оглушением, да, конечно. Кривовато. Давай. О, КВ-2, не, спасибо. От тебя-то я точно клюв высовывать не хочу. Можно, да, вот сейчас место найдется на вартундер, на корабли, и обязательно возьмем еще кого-нибудь. Я не знаю, кто у нас еще с нами насасывает в этих, в таких игрищах. Так, тигр 131. Может быть, я тебя поймаю даже, да. Что, у меня задача-то есть еще какая, блядь? А, замечательно, еще хумель стреляется. Так, квас совершенно точно должен забирать. Так, тут еще АТ-15. Лац, блядь. Щеку. В маску, блядь. Да что ты, блядь. Побороться захотел. Ну чё. Ну да, броня не побрит, но он уже совершенно точно отступать должен. К нему уже 274 приезжает. Ну, нихуя, я тебе еще, блядь, по заднице сейчас дам. Ну, я надеюсь, я успею. Так, товарищ. Уж ты мне... То видишь? Спокойно. Папа может. Папа, сейчас папа все сделает. Так, хумели все. Затащили. Они, да, они все там. Ну тут точно, наверное, вторая степень, скорее всего. Может, максимум первая. Ну, конечно, да, еще и не попал в догонку. Какой третий бой получается, да? Потому что там в прошлом бою я вообще толком никуда не успел. Да, я же говорю, первый. Так, Максим, открой, пожалуйста, блокнот, напиши. Первая степень, одна. Вот, как-то так. Так, что у нас тут? О, 274, молодец. Старался. Так. Нормальный товарищ. Так, едем дальше.
Не задерживаемся. Резервы тикают. Чаючку. Записал, отлично. Отлично, что записал. Я говорю, я вчера планку мастера задрал на шпроте, сегодня очень вряд. Ну хотя бы, окей, ладно, за 20 боев хотя бы 3 первые степени. Ну в любом случае 279 в ангаре будет. Вот, изи. Изи получение. Как бы 279-го. Вот. В начале стрима я вроде уже рассказал, как это делается с помощью 9 бланков. Вот. И альянсовские задачи самые на фоне других они, в принципе, полегче и самые поадекватнее, вот, скажем так. Давай в полевой стороне пойдем. Шпрот, конечно, прикольный. Вот. Но в текущем варианте рандома он не успевает никуда. Вот, и ни брони, с учетом гонки вооружения, его пробивают все, его щечки. И, в принципе, корпус тоже. Вот, как вариант, можно еще взять торта. Тартойс, ПТ-шка британская 9 уровня. Вот, но на ней дохера опыта нужно. Вот, ну, в принципе, это возможно, если правильно играть на ней, правильно оттанковывать. После апа она очень хорошо играется. Она как раз мне закрыла химерную Альянс 15, 6500 и 5 фрагов. Вот, причем дважды. Вот там как-то так получилось, просто прям бой играю, закрывается задача. И то ли на следующий бой, то ли через бой опять 7к урония, 6 фрагов только, блядь. Вот, я эти два реплея отписал, и, наверное, так же, как в отдельном видео, скорее всего, тоже залью, так, ну, с фоновым узоном. Может быть, два в одно объединю, не знаю, посмотрим. Так, 44-ка приехала. Надо сначала здесь разбираться. Отлично, ствол сломал. Блять, 29-й. Охереть, не летим. Замечательно. Давай чуть подольше подсведемся. Вэх кидать, да, там еще. Так, 44-ка хочет. Ничего. Не страшно. Оп, АМДшник. Колесоид. Так, надо с тигром разбираться. Там еще КВХ. Ну, КВХ так и не поднимется совершенно точно. Так, может, фугасик еще отправим в него. Поднялась. Это с
скорб еще. Нормально, нормально. Стоим. Блять. Слушай, она меня так... Отъеду я к горе, пожалуй. Потому что она меня так закидает. Она же, блядь, не отцепится от меня. Скотина эта. Там бизон-то проходит. Бизонтия. Ну, МДшник, скорее всего, уехал. Скорб, блядь, похоже, всираем, всрём, по-любому. Так, Суха уехала вниз. Ну и пизда, все. Скорее всего, галду зарядил, блядь. Ой. 3300. 4 фрага. Слушай, хотя... Не, он не успеет захватить там колесо, ведь скорее, блядь, приедет. Или сейчас свой еще арта ушатает. Что... Нет, не ушатал. Я думал, все-таки уебет. Как это обычно происходит. С вертухи, с пробитием. Нормально. Тут давеча... Тоже катал на М53-55. Вот, и просто 49-ки на ходу с вертухи на 1100, блядь. Я просто орал. От охуевания. Потому что так бывает, блядь, оказывается, в нашей игре. Страшно. Сейчас посмотрим, кто там что сделал. Третья степень. Ну правильно, блять. Всрали. Вот эти товарищи, блять, с нулями. Мне кажется, это боты играют просто, блядь. Это, скорее всего, рефералку делаю на КВ-2. Пиздец, блядь. Просто слов нет. Поехали. Затекаю. Сколько там? 24 минут еще резерв остался. Ну, через 24 минут перекур можно будет делать. Со звуком все нормально. То у меня такое прям стойкое ощущение. Вот на прошлом, на драконе Вова пришел, сказал, треск, я шнурок поправил, и вроде все нормально стало. Вот, у меня USB полустудийка, еще раз напоминаю, и у меня стойкое ощущение, что у меня где-то там перетерся кабель. Нужна синяя изолента. Либо коты его перекусили, хотя что вряд ли они туда, по-моему, не лазили. А там кто его знает? Ну, вроде нормально. Ну, хорошо, да, хорошо, то, что нормально. У меня, кстати, ник скрыт в бою, чтобы, блядь, не цеплялись ко мне. Ну, тут еще нормально. Стейфус какой-то. А, че пишет? Ягутская кехта? Это на каком языке? Место поселения древних кого, блядь? Чупа-пупов? Ёпта, блядская бухта. Вот как это называется. Слушай, пойду, наверное, с тяжами в город. Потому что я бы на центр поехал, но что-то по двумя артами мне совсем не улыбается стоять. Хорошо еще шпроту крышу зашили. Вот, еще можно вентилятор поставить. Кстати, если не заметили, обмазался я боновой оборудкой.
Ах ты, завернул. Обмазался еще боновой оборудкой. Специально купил, блядь, вендосыл и оптику боновую, чтобы выполнить эту сраную задачу. Вот столько серебра на доппай еще ушло. Просто немерено. Но все-таки задача была выполнена. Я уже не стал реплеи, как бы все ушел. Реплеи все писать, объединять, что-то объяснять. Думаю, в пизду. Сделаю стрим. И как бы все. Тем более, опять же, просили. И вот. Вот вам. Просящие. Смотрите в записи. Так что все нормально, на самом деле, все хорошо, шучу. Я не злюсь, нет. Оп, сон. Так, чуть перемудрил я. Спасибо. Немножко закрылся 3-4, блядь. Ну правильно, надо было что-то делать. Я тут, блядь, сам немножко докрутил. Ну, сама, в принципе, пробить нормально. Ладно, бизон-то там тоже, бизонте получил. Сейчас мы сейчас... Коду ртой. Отлично! 4, 3, 2... Ну, о чем я и, блядь, и говорил. Сука. Коричневое говно фокусит, блядь, постоянно. Поэтому надо, блядь, скрывать. Ладно, посмотрим, чё, чай попьем пока. В принципе, почему бы нет? На лайте совершенно. Потому что, блядь, нервничать мне уже незачем, блядь. Все нервы, все нервные клетки я сжег вчера, блядь. Поэтому я сегодня добрый такой. Никого не обзываю, ну, практически. Ни на кого не выебываюсь, практически. Ну вот. Я-то просто знаю то, что задача-то выполнена. Нормально. Вот, а по счету торта, кстати, ну, на вчерашний день там, по-моему, по 1500 чисто опыта нужно было на мастеросу. Вот, а двумя днями ранее, по-моему, двумя или тремя, вот когда Химер 15 закрывал, на отличие, там как раз что-то 1300, в районе 1300 на торта нужно было мастерос. Вот как раз у меня что-то там 1300-1400, блядь, чисто опыта выпало, как раз два мастероса. Вот, так что торт, в принципе, тоже вполне может выполнить эту задачу. Но лучше всего, конечно, да, выполнять на непопулярных танках, на которых мало играют. Прям вот совсем. Вот на вчерашний день был как раз с этим танком Т-28 прототип. И его 1100 чистого опыта. И в районе 1100 также, по-моему, у бульдога вчера было. Ну, скорее всего, сегодня также и осталось. Бульдогов я вижу вообще крайне мало. По-моему, за сегодня даже и не видел. Вот 49-ок, да, 49-ок много. Вот, 49-ка фановая, в принципе, на фугасницы ребята катаются.
Вот так, не знаю, что еще посоветовать. Какой пепелацу взять? Т-28 обычный, тоже как вариант. Не прототип, а это. Плоская. Т-95 вряд ли. Там такая же история, как и Тартойс, она хороша. Если на арте, то на вчерашний день на артаконе что-то 930 или 938 опыта нужно было. От чистого на мастероса. Вот. Он в принципе тоже вполне реальный, если хорошо играешь, ну как бы знаешь, что ты делаешь. Как куда кидать и кого лучше глушить в данный момент времени. Вот. Но я решил как бы на проте это сделать, и в принципе получилось. А сегодня так, итоговый, подводя итоги. Посмотрим, что у нас здесь. 7-7. Прот в городе, Т-10 в городе, ИС-3 в городе. В центре прожетто. Борщ на том фланге, получается. 44-ка, да. В принципе, они бы, наверное, могли пройти. Ну-ка. Хотя, не, по внешке, наверное, вряд ли он пройдет, блядь. Там пирожет его. Прожетто. Засветит, увидит. И накидает. За сколько прожет хп, я что-то не обратил внимания. Может быть, ему все-таки тыкнуть, чтобы он забрал его. Кажется, они тут, блядь, до посинения будут бибу теребить. Ну, башкурками. Башкурка. Это как они, шкуры. С зонами пробития, что ли, ну, вернее, с расположением внутренних модулей и экипажа. Так как-то, может быть, наверное, где-то в самом начале. Скорее всего, чтобы не для того, чтобы думать не надо было, а как раз-таки наоборот, чтобы запомнить расположение внутренних модулей у того или иного пепелаца. Вот, а потом в какой-то момент я вообще модулем перестал пользоваться и как бы уже так на скеле. Вот. Раньше все было сложнее. Как бы на скеле и на ощущениях играли. Не было ламп, был вообще вон триперка всего, блядь. Маскировка, ремонт и петушение. И, блядь, все. И ничего, играли, не жаловались, блядь. На ББ играли. Голда была за голду. За реальные деньги. Там пару снарядов с собой только. В БК закидывал и все. Там, на всякий случай, если уж, блядь, затащить надо. А сейчас, вон, серебра дохерища у всех. Выйди на Маусе, блядь. Там тебя как только увидят, уже сразу золотой дождь устроит. Да и не обязательно на Маусе тут, блядь. Он, как каждый второй... Скажем так, гениальный 45-процентный товарищ. Просто, блядь, выстрел не пробил, сразу голду давай засовывают. А хули. Либо сразу же по фулбека голды. Почему бы нет, блядь.
Межгалактический осётр пьёт винище. Но, по-моему, осётр сегодня не пьёт винище. Осётр бульбулирует кальян. Надо, кстати, добавить такую команду. Donation bot, блядь. Резервы горят, блядь, правда. Ну да ладно. Слушай, они прям решили прям затащить ебически решительно. Не, ну молодцы. Что там на том фланге-то сом? Бля, я, конечно, под сама вражеского подставился в начале, и не очень хорошо получилось. И бизонте не полетело, блядь, конечно. Херово отыграл. Прям вообще, можно сказать, вообще не отыграл. Винища нет. На НГ запас, да? Винища. А я не знаю. Слушай, блять, а какое число тоже сегодня? 22-е, слушай, надо это, пару бутылок шампанского уже заранее-то купить. Потому что потом там ценник и взлетит, и еще хер найдешь его. Как перед прошлым Новым годом. 5 магазинов обошел, блядь. Последним только нашел шампанское по 230, что ли, 250, охерели совсем. Советское шампанское. 250 рублей. И цена, блядь, 100 рублей. И она, в принципе, все время по такой цене продается. Ну и вот, а почему две? Одну непосредственно под куранты, а одну, как и на том новогоднем стриме. Что у нас, GTA 3 был, да? Начал проходить GTA 3, закончил к концу года только, блядь. Или когда, или летом я закончил, я не помню. Вот. В общем, как-то так. А на этот Новый год, да, как раз-таки. Тогда начнем в Vice City, собственно, на Новый год. Под Новый год отправимся в солнечный Майами. Ну, я надеюсь, я ее не целый год буду проходить. Гораздо меньше, мне кажется. Слушай, они все-таки затащили. Пока я тут распинался, они все-таки успели затащить. Неплохо. Так, ладно, едем дальше. Сколько? 9 минут. Резерв, в принципе. Если бой будет относительно быстрый, то, наверное, может быть, даже второй получится скатать. Так, у нас в распоряжении 20 боев. Осталось, наверное, 15 примерно, да? Еще резервик, наверное, можно будет на экипаж еще использовать на часик. Я, в принципе, так и планировал, часа два, может быть, три. Посмотрим сейчас, как пойдет. Как раз у меня чаечек кончается. В принципе, аккурат. Резерв заканчивается, чай заканчивается, и можно будет отправляться на перекур. Так, писал Новый год солнечный Майами. Да, Майами. А там эти Бэтнигасы должны быть в солнечном Майами. Помнишь же, они же в Майами там эти фильмы-то происходят. Эти, я имею в виду, плохие парни. Вот. Я, по-моему, весной, по-моему, да, все-таки посмотрел «Плохие парни 3», ну, в смысле, которые навсегда, ну, что-то такое себе, конечно, но я понимаю, оно, конечно, было снято так, чтобы просто денег, конечно, поиметь, но как это сейчас все и делается, да, вот это вот ремейки, всякие перезапуски и прочее-прочее. Вот это вот, как ее... Черная русалочка.
Так, сом. Я понял, не-не-не, я в прошлом бою уже под сама подставился. Что ж дурно стало. Поэтому давай-ка. Блять, это не та же самая 34-ка. Слушай, там Исаак еще третий. О. Проскочить. Проскочить, в принципе-то, можно. Так, я надеюсь, он по жопе. Не, как же повезло. Ушло в гусеницу. Как же, блядь, мне повезло. Как помнишь песню Мумитроля, да? Как же тебе повезло, моей невесте. Или как там было, я уже, блядь, запамятую. Каждый день смотришь. А зачем ты каждый день смотришь «Плохие парни 3», Максим? Посмотрел бы для разнообразия там первый, второй, блядь. Что-нибудь такое. На, в гуслю. Слушай, а давай мы тебя не отпустим? Блядь, все-таки от... Слушай, нихера мы тебя не отпустим. Не-не-не-не-не. Не отпустим мы тебя. Ты такой заглянул, блядь. Такой за угол дома. Молодец. Надо было, конечно, сушку под прикрытие, но нет. Я говорю, я уже в том бою. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, а он афкашный, что ли? Слушай, это бот? Смотри, смотри, специально, что ли, блядь, довернулся, подвернулся. А, слушай, почему, а куда снаряд-то делся? Смотри, что делает. Просто крутится, блядь. Пиздец, вот это вот невидимые стены. Я хуеваю, охуеть, там и сука. И мульс, блядь. Воткнулся в дом. Вот это вот, блядь, прилетело. Конечно. Что, конечно, все понимаю. А можно? Видимо, не можно. И он 90. Так, а давай, наверное, мы с тобой здесь кого-нибудь стреляем. Наверное, вряд ли очень, да. Вот с правой стороны... С правой стороны, в принципе, да. В принципе, очень возможно. Чё-чё, телек? А, телек на тест. Там Бэтнигас. Я говорю, ну, закинь туда первую, вторую хотя бы. Чё ты все время третий смотришь? Это как в одно время я тоже в одной конторе работал. А там... Короче, постоянно «Пираты Карибского моря» на одном телевизоре, блядь, просто нон-стопом на повторе. Еще и каждый день, блядь, я охерел. И смотреть. Уже наизусть, наверное, можно. «Стражи Галактики», «Холоп», еще фильм «Сиськами» про фотографа. Я не знаю. Фильм «Сиськами» про фотографа. Слушай, это блядь, зря я тут уехал. Может быть, там про Pornhub, то есть ты включил. Слушай, а чё они тут захерачили, а там кто-то... А, я понял, я думал, может, кого-нибудь увижу, но никого не увидел. Так, но он, в принципе, ёлка по той стороне едет. Что-то вообще нихера не сделал. Неужто меня арта здесь увидит? Да не, вряд ли. Бред какой-то. Оп. Кто ж меня сыпет? А, Ланси. Охуительно, вообще не летит. То невидимая стена. То, блядь, земля магнитит снаряды. Вообще... Замечательно. Давай вот так вот, что ли, сделаем. Шуганем. Может, вылезет все-таки.
Там ксор еще. А, нет, ксора убрали. Муц. Муц еще где-то в той стране должен стоять. А, вот он. Пилац. Причем я, что ли, увидел? Офигеть. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть увидел я. Тоже, блядь, пока прокатался там туда-сюда. То в одну сторону, то в другую. Ну, Борисович должен вообще... Серьезно, Борисович? Он его не забрал. Он его не забрал. Серьезно, что ли? Ёлка его даже не забрал. А, вон. Вот этот. Хоть Сомик забрал. Так, стрим сосет жопу, понятно. Чинил ресивер пионеровский. Не было звука с HDMI. Там играл за кулисами СГ. Не понял, но... Ладно. Хорошо. Одобряю. Что-то подсветил, блядь, что-то это. Так, сколько? 14 боев? О, минута. Еще минута есть. Еще можно... Можно еще успеть в бой. Если не успею, то... В принципе, гитарка. Успел. А то я уже, то я уже думал объявлять перекур на этой ноте, но ладно, еще боючек. Ресивер для гитары? Я сейчас пытаюсь вспомнить, что у меня было. А, усилок, да, был. Примочка еще была. Так, вопрос. Другой. Давай когтяж. В принципе, надо урония набивать. Стоя в кустах и трогать бибу совсем не нужно. У нас задача совершенно другая в этом стриме. А, ты про это. Пацаны на гитаре играют на ку. Да. Я все понял. За кулисами СГ, да, все. За кулисами СГ, да. Точно было такое видео. Что там пишут? Седьмому лунду прохол фишку. Это... Ага. Товарищ, видимо, распробовал в чате там. Британский ПТ. Не, кстати, если говорить правда, брит ПТ. Тартойс хорош. Да. Баджер нет. Баджер нет, лучше остановиться на тарте. Так, а центр будет кто светить, нет? Ух ты, а тут фазы еще. Ай-яй-яй-яй-яй. Что, давай, наверное, как-нибудь здесь отыграем. В принципе, что-то может получиться. Успею дать еще тычку. И, может быть, даже еще одну. Отлично. Не, уедет, да, правильно уехал. Так, защечник. Ага, я понял там. С той стороны. Дирижабль, да, дирижабль. Этот. Вспоминается немедленно. Фильм художественный. Гиндербург он назывался, или как? Там древний. Или это было в «Ракетчике»? Я не знаю. Помнят, кто фильм такой был старый? «Ракетчик».
где чувак на реактивном ранце летал. Так, что там? Фаз будет высовываться? Блять. Залетело. Не-не-не-не-не, блять, слева фаза еще. Сука. Засчетчик обратно все-таки успел укатиться. Так, на гусле. А кто помочь-то? Кто-нибудь хочет? Не отпускаем. Помогите, пожалуйста. Отпускать нельзя. Ни в коем случае. Блять, 75-й, ну ты, конечно, молодец. Ух ты. Где-то тигр. А, за счет. Слушай, а как ты там вылез-то? Я вообще, блядь. Не могу. Вот, вот сейчас будет арта, блядь. Понятно, да. Все, ребят, закончились, и ясен хуй. Ой, 2800, 1300 на света. 2.9 счет, охуительно. Турбобоев нет, нет. Абсолютно. Ну тут он без шансов, конечно, вообще. Просто. Еще бы 263 как-то помогал. По всей видимости. Он тут занят своими делами. Сидаджи? Сидаджи. Этот, Сиджей, в смысле, Сан-Андреас или что? Я фильм про него не помню. А, ты про это, про чувака с ранцем? Сидаджи, да-да-да, я понял. Я понял. Он, да, он же там в это, Сан-Андреасе-то можно было летать. На этом джетпаке, или как он там называется. Ой, 263 кого-то убил все-таки. Охереть. 4.15, пиздец. Я херею с этих товарищей. Да-да, на ранц херачил. Так, что у нас там вообще? 57%. Насветил. Кидал, блядь. А, стоял в углу. И нихера не делал, блядь. За 23 тысячи боев вот это вот можно было как-то ума побольше набраться. Что за пиздец? Слушай, а где музыка в ангаре? Давай я... Это, перекур-то мы делаем. Подожди, а этих баб-то я забрал вообще? Да. А, так, а там задачи, наверное, на X5, да, остались. Задачи на X5. Две штучки. Нормально, аккуратно. Покачать. Наблюдение. 490 метров. 499. Так, где-то тут было... Давай, поиграй что-нибудь. Я буду объявлять перекур. Так, а есть какая-нибудь новогодняя там? Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Типа бубенцы звенят радостно. Или не очень. Слышно? Наверное, слышно все-таки, да, в эфире? О. Такая спокойненькая. Сейчас еще ангар будет вертеться. Так, короче, давайте, ребят, это перекурчик. И я быстренько еще чайку себе налью и продолжим. Так, где у нас отбивочка? Перекур. Давайте, 3 минут перекура и продолжаем. Так, рано выключил. И продолжаем, да.
Так, все, перекурчик убираем. И. А чё он это играть прекратил, этот товарищ, да? По какому-то поводу. Ладно. Резерв. К экипажу. И едем. Может быть, даже без перекуров больше. А там посмотрим. Лампочки моргают. А ты, Максим, а ты исправлял, да? Там вроде как-то писали. То, что как какая-то лампочка вроде не горела, не моргала. Не знаю. Или что там с ней было. С девятками. Не, вниз я не поеду, я там не успею. Там, скорее всего. Да нет, я не про сейчас, не про, по-моему, то ли в том году, то ли за том, что-то не помню. Ну, короче, когда-то писали, то что какая-то лампочка там не моргала, или моргала, но не так, не знаю, не помню. На перекатку вообще не успеваю никак. Чирьютер. Тычку дали, не отпустили. Хорошо. Так, может быть, 49-ка. Отлично. С критом. Так, а тут чё у нас? Ах ты. Не успел. Так, а то у нас в какую сторону это? Ладно, понятно. Все, свет у нас закончился. Ну ничего, постоим, подождем. Товарищи, там в принципе 50-100 только был, да, и супер перш. Я не знаю. Подъедет он туда, не подъедет. На всякий случай. Куда-нибудь сюда пока сведемся. А, это ты? Ты сам себе писал? Я честно сказать, я просто не помню. Сам заметил, сам исправил. Отлично, хорошо, хорошо. Так, а там горит задница. Сейчас бизонте там надают. Ладно, сейчас я так думаю. Да, я так думаю, надо. А может быть. Может быть, он сюда все-таки отъедет. Так, на всякий случай. Не-не-не, все, вряд ли. Ладно, давай чуть-чуть назад вернемся. То есть, смотрю, там щели все прошли уже. Две тычки только дал. Самозатопление противника. Отлично. Ну, там паттон корейский. А, нет, не корейский, обычный паттон. Раскидывает. Все живое. Так. Колесоид. Отлично. Нет, давай чуть-чуть назад. Так, 69-ку надо. Надо забирать. Крайслер. Так, паттон кидается. Чуть-чуть назад надо за камень. А вот его-то я и не вижу уже, нифига.
Стандарт, стандарт. Что ты делаешь, блядь? Ах ты, камень. Ясно. А вот и Паттон все-таки вперед поехал. Так, а то у нас на гусле, да? Надо забирать. Чтобы колесо это желательно. Ясно. Криты. Так, надо за камень уходить. И желательно бы еще спасать арту. Но нет, все не видно. Так, слушай, давай назад еще. Идем. Он сейчас справа... А, отлично. Забрали, забрали колесо, да? Давай назад. Пятимся, пятимся. Отлично. Залетело в шапку. Угу. Так, надо уходить за камень. Сейчас... А, блядь, Ксор или Скорпион. Блядь, лис сейчас справа будет надоедать, совершенно точно. Так, а может ты поднимешь все-таки? Ксор. Понятно. Да, 2900. Что ж. В принципе, продуктивно. Немножко не хватило товарищу. Не, Паттон у них, конечно, там хорошо прошел. Прям без вопросов. Слушай, а чё ты... А, я что-то тут на отличие еще перевыполняю. Замечательно, блядь. Ладно, поехали. Так, о, арты нет. Можно, в принципе... Можно, в принципе, от центра попробовать отыграть, но... Такое себе, конечно, тоже занятие. ПТХ, скорее всего, на аллее все будут. Их там дохренище, насколько я вижу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть ПТ. Вот, скорее всего, засилье на аллее. А, Максим еще до репост сделал. Отлично. Еще час назад. Давай, чё, правда, давай от центра. Камуфляж называется меч Ануса. Или Аонуса. Не, Аонуса. Блять, Ануса. Как в Dragon Age, да? Приласкать Анус. Я не знаю, почему я там так собаку назвал. Ну, видимо... Видимо, зачем-то. Да, давай, давай центр отыгрывать. Эксперты нет. Попытаемся что-нибудь. Нет, ничего не знаю. Максим, я что-то не посмотрел. Да там вряд ли, там скорее всего вторая какая-нибудь степень. Что-нибудь такое. Потому что проеб и вряд ли, наверное, на первую степень-то я настрелял там. Не говоря уже о мастере. 2900 маловато. Там как минимум 3. Половины 3400 надо, ну и пару фрагов. Все на центр приехали? Почувствовали себя? Вольгутно, без арты. Так, и у нас рысь закончилась, у них бат закончился. Светить некому. В принципе, кто у нас может посветить? CS как вариант. Так,
Так, слушай, давай туда чуть-чуть подъеду. Или он... Чуть не могу понять, полтинник упал на воду? Давай пока... Блайндами пошвыряемся. Может быть, что-нибудь из этого путевого выйдет. И еще раз давай сюда. Посмотрю, да, сейчас после боя посмотрю результат предыдущего. Он гвардеец. Так, а сильно вылезать, конечно, не надо, потому что... Там на холмиках могут товарищи оказаться. Так, давай еще поближе. Может быть, что-нибудь из этого получится. Если еще раз кто-нибудь подсветится. Сейчас мне бы свою задницу не засветить. Ага, полтос. Поехал в атаку. Так, а ты у нас там... А он за холмами. А мы как карту ж переделали. Сейчас будет аккуратненько им прикрываться. Конечно, была борта, он бы так не стал охуевать, мне так кажется. Так. Мимо, понятно. Назад. Лев в атаку поехал. Лев поехал в атаку. Понятно. Надеюсь, я отсветился уже вроде. 6 секунд точно прошло. 10. Так, полтос. В пиксель явно не попаду. Тут точности не хватит. Тут зато сама увидел. Пошли, да, вот они. Пошли, короче. Вот так вот. Отлично, сом наш засвет. Тридцатка тоже. Вон, чтоб от полтинника еще не прилетело. Ну, 1600 на свет уже. Это хорошо, в принципе. Хорошо. Конечно. Там борщ тоже скорее. Опа. А вот и Лёва пошел в атаку опять. 263. О! Вот о чем я и говорю, там полтинник прекрасно себя ощущает на горе. Чуть-чуть ниже. Возьму хотя бы. Эмилем прикроюсь. Так. Пепелац у нас. Вроде начал охуевать потихоньку, да? Нет. Выше. Пролет. Так, 257. Засвет не мой. Так, давай, давай. Вот, блядь, не хватает, конечно, динамики. А куда снаряд делся? Картошка. Отступает тогда. Давай, а можно повыше? Нащупать. Нащупать. Вряд ли. Так, назад. Угу. Т-10 стоит на зелени.
Не-не-не, все-таки не попал. Не нащупал полтинника. Но хочу еще раз нащупать. Вряд ли очень тоже в пиксель залетел. Хотя может быть. Очень может быть в борща позалетало, когда я блайнды кидать начал. Потому что он приехал как раз с 300 хп. Возможно, пару раз и залетело. Так, вот, возможно, и в полтинника тоже. В пиксель. Посмотрим после боевую статистику. Что, в кого там позалетало? В итоге. ВК-ху наполучало. За бесплатно. Посмотрим. Так, гвардейцы, так, назад. Назад, назад, назад. Так. Сейчас бы как бы с солей бы... О, залетел, слушай, залетел в полтос все-таки. Что-то мне подсказывает... Все очень плохо. Так, давай куда-нибудь... Пару раз блайнды кинем. Вдруг залетит, но не залетело. Нашел свою акву? Ты через ЦПП максимум восстановил его? Или чё? Или как? И чё там у тебя в нем? А, статистика. Опа. Лёва поехал. Отвлекся я на чата. Начал приезжать. Отлично, слушай. Ага, засвет. 3300 засвета. Не отпускаем. Блять. Взяли, отпустили. Он дуплетом, дуплетом. О, все, ко мне гвардеец приехал. Может, вы его как-то... Ой, землю убил, прикинь. Блять, косые выблетки. Просто. 400-300 засвета, я хуею, блядь. В центре тут светил, стоял. Ублюдкам, которые нихуя не попадают, блядь. С 48%, Максим? Ты чем, ногами играл? Мне кажется, ты даже вредил команде, понимаешь? Просто изначально игра тебе уже сама дает 50%. Как бы побед тебе делать ничего не надо, блядь. Там 50% побед у тебя будет. Если у тебя больше, то ты полезен. Ты какие-то катки тащишь даже. Вот. Если меньше 50, понимаешь, то ты уже вредишь команде. Клешни. Вредитель, да. Давай, наверное, сервак поменяем, а то что-то, блядь, три слива подряд мне начинает напрягать. А, сейчас еще посмотрим, сколько это блайндами. Ну, пару раз в полтинник точно залетело, и, наверное, пару раз в борща должно залететь. Ну и в конце землю, да, убил, конечно, пиздец перед собой. Снаряды у нас магнитятся землей. Так, что там происходит? С обрубком, блядь.
704. Ой, блядь. Юльс на горе. Ну хоть попадает. С 3 открыл. Еще не начал вредить. Ну как не начал, если 48% уже немножечко вредить начал, да. Ну, вот к нему 703 приехал. Как они его на центре не забрали? Вот это вот. Конечно, тоже, блядь, товарищ дуплетами хуярит. Так, да понятно, что тут треть, а в том, ну в том, конечно, тоже, в том вообще, хоть и 2900 тут. Так, блайндами-то в кого зашло-то? В полтинник, да, вот два раза зашло. И разочек в борща все-таки закинуло. 4600 на света, блядь, пиздец. 4600, блядь, пиздец. Светил на центре. Так, давай куда-нибудь на пятом, может быть, попробуем. ИС испортил 39%, охуеть. Как так получается у тебя, Максим? Не, у меня, конечно, тоже там есть какие-то танки, на которых я прям чуть-чуть поиграл, там тоже меньше 50, конечно, процент на них. Вот, ну там просто нужно немножко побольше на них поиграть, и все придет на круги своя. Сколько у нас? Блять, пиздец, три слива подряд всего нахуй скатилась. Команда, конечно. И никакие мы не сектанты. Команда, конечно, ебически попадаются. Дима, спасибо за подписку ВКонтакте. Спасибо, дорогой. Бот спрашивает, где ассасины, Ваня? Надо Ваню в чат это вызвать и сказать ему, вот, блядь, до тебя боты доебываются. Что Найтбот, что Донейшнбот, блядь, спрашивают, где ассасины? Ассасинов нет. Но Black Flag, я думаю, скоро будет. Я его начну. Может быть, Одиссей, не знаю. Посмотрим. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Не, я Одиссея добегал в Греции, там Элизий остался. Не знаю, может быть, на стрим возьму. Так вот. Мне есть что по поводу этого одиссейского древнегреческого жоположства высказаться. Ничего себе, Максим, ты на СУ-85 мастер взял. Давай, это самое, прикрепляем твоего мастероса к сегодняшнему стриму. То есть сегодня вообще, блядь, просто пиздец какой-то. Не, рандом, конечно, дикий. Сейчас вот это вот новогоднее наступление, вот это вот все движухи. Рандом полон дебилов. Смотри, какой красивый дядя. Ну, сом.
отлично, забрали. Переключался на подкалибера. Чтобы наверняка уже. Так. Не-не-не, не зашло в погон. С этим товарищем я не очень хочу сейчас воевать. Надо, чтобы он немножко сюда вылез. Так, давай обратно на подкалибер вернемся. Так, ты 20... О, ага, ага. 28-й приехал. Зашла. Лев проехал. Не зашла. Так, а ты вылезешь еще разочек? Твою шишку вижу. Так, а у нас вроде центр. Прошли. Саму откуда-то оттуда прилетело, насколько я понял. Так, Лёва смотрит мою задницу. Отлично. Так, 28-й вряд ли, наверное. Выползет. Может и выползет. Не знаю. Так, давай. Глянем. У нас так, Лёва туда уехал. Да-да. Оп-оп-оп. Лис-лис. Не успел. Так, вижу. Отлично. В спину. С поджогом. Замечательно. Так, лис. Лис приехал. Вошла. Отлично. Так, Исуха при... А, не-не-не, Исуха даже не приехал. Слушай, можно, да, можно проходить уже. Решительно нагнуть. Решили наши... Партийцы, решил сказать, сокомандники. Так, как меня бомбили из вражеской команды тогда, педр, засел в кустах. Да, засел в кустах. Теребонькать бибу. Вот, но... Сегодня у нас, конечно, стрим не про это. Мы в кустах... В кустах сегодня сидеть не вариант. Крыса читор из кустов. Так, давай, здесь, наверное, пройдем. А, там Юдас. Я, кстати, не знаю, как правильно он произносится. Вот этот шведский. Юдас или Удас? Так, слушай, не надо. Я ж могу и огрызаться. Вот так вот. Причем. Возможно, мастерос. Не залетел. Арта откидался. Так, давай довернем. А он... Нет, он даже не в мою сторону. Совершенно. Триста за свету, блин. Даже. Так, а может во рту в какую-нибудь пострелять можно? Так, или... Слушай, все, я понял. Все нормально. В принципе. Здорово, здорово, здорово. На ПТСАУ, наверное, танковать. Ну, кстати... Почему нет? На некоторых можно. Ой, Альянс 1 там перевыполнился, отлично. Первую степень Максим записывает. Тут фрагов не хватило.
Вот, я один фраг тут. Я говорю, намастерился где-то примерно, наверное, 3-400 нужно. И тройка, четверка фрагов, наверное, где-то так. 1100 вчера была планка мастероса. Я ее вчера поднял, и сегодня я опять повторяюсь, вряд ли, наверное, три мастера. Записываю, Максим, вторая, первая степень. Вот, так что так. В принципе, нормально, нормальный бой. Кошерно, 10 тысяч опыта положили. Так, давай, наверное, сразу какую-нибудь задачу еще поставлю на отличие выполняться. Урон своей команде 3 раза. Как раз она и начала выполняться. Напоминаете, тематика нашего стрима 3 раза из 3 раза из 20 боев, точнее в 20 боях 3 раза. В 3 боях из 20. Сука, запутался уже получить мастероса. Ну, еще раз, я вчера это выполнил, но сегодня так. Для отчета. Для отчета мы это делаем. Как писать? Ну, пиши. Ну, ты записал первую степень. Ну, поставь запятую, напиши еще раз первую степень. Ну, как-то так, наверное. Вот. Да, кстати, на Ютубе там, по-моему, там это, я к товарищам, которые ВКонтакте смотрят, ну, или на каком-нибудь из Твичей, или на каком-нибудь из Гудгеймов. Вот, на Ютубе в описании есть список танков, так что, в принципе, когда закончим, при желании могу что-нибудь покатать, выкатить. Два, 279-го, наверное, сегодня не буду выкатывать. Вот. Наверное, он у меня постоит в ангаре, я хочу на него Чака Норриса посадить все-таки. Вот. Ну вот, в конце стрима получим 279-го, и можно на него посмотреть будет, пощупать, пальцем потыкать, и как бы вот. Скорее всего, потом, наверное, 279-му я целый стрим посвящу. Посмотрим на коллижен модельку, как лучше танковать, вытанковывать. Вот, под каким углом, то его и чем в лицо пробивает. Вот, нужно понять, нужно будет научиться на нем играть. Ух ты, хорошее начало. Прям двух удосов или юдосов забрали. Первая степень одна, ну, напиши первая степень 2. Вот так вот понятнее, наверное, да, будет. Так, давай бату засунем. Чаем, да, в чаем. Балуюсь чаем. Так, ТВП-ха приехала. Десятками будет, оказывается, я что-то даже не посмотрел. Потому что, если я сегодня бухать буду, я буду орать дико. А сегодня... О, все. Блять, я что-то запиздился пока тут и... Не заметил, что, блять. Сюда никто не поехал, а наши дебилы... Столпили... Тем более СТшки на горе сидят, блять. Долбоебы. Посмотрим, что они тут. Бодро начали и сейчас так же бодро и закончат. Ебанаты. Так, а у меня жалобы закончились? Да, у меня жалобы закончились. Вот. Поэтому вот я сегодня пью чай, я спокойный. Ну, еще спокойный, потому что я вчера это выполнил. Вот. И сегодня мне нервничать уже... Мне сегодня нервничать уже нечем. Вот, понимаешь? Я вчера уже весь лимит своих нервных клеток на эту задачу израсходовал, и... но выполнил.
Поэтому сегодня так, вообще просто на лайте для галочки. Просили товарищи танкисты, принесли финансы, профинансировали стрим. Вот. А сами не пришли, сами будут смотреть в записи. Молодцы какие. Нет, ну, скорость генерации контента увеличена, как бы. Вот он стрим, смотрите, пожалуйста. Хоть и в записи. Вам привет, да, отдельный. Кто уже потом посмотрит. Все молодцы. Вот. Бот врет. Межгалактический осётр не пьет винища. Он бульбулирует. Да, надо запомнить. Что надо добавить это боту? Первая степень одна, два что или как? Ну, пиши первая степень две, пиши. Две первые степени. Вот так вот пиши. Там вообще для обычного, как бы, для обычного выполнения там нужно три первые степени. Но для выполнения с отличием нужно... Так, а, это я не то включил. Для выполнения с отличием нужно сколько? Три мастероса. Вот, я говорю, я вчера что-то бодро начал, прямо первый бой на проте мастерос, что-то потом второй что-то первая степень, третий первая степень, потом четвертый бой мастерос, и потом полоса, блядь, вот эта из красных точек пошла, блядь. Я потом где-то бою на десятом, наверное, первая степень, все, она, задача закрылась. Вот, и мне оставался еще один мастерос, и вот у меня оставалось там что-то 3 или 4 боя, и я так орал, блядь, на них, вот, на этих всех товарищей, но все-таки, да, вот, выполнил. Там даже вот еще запас, по-моему, из 3 боев остался примерно. Вот, кстати, говорю, ради интереса можете взглянуть сейчас на вот реплейс и посмотреть график, сколько сегодня нужно на прототип. Вот, я говорю, потому что вчера я поднял планку, и я не знаю, сколько сегодня. Скорее всего, больше уже, чем вчера нужно. Бля, начали бодро, но в игру заканчивают они так же бодро. Бля. На горе все столпились трогать бибу друг у друг друга. Друг у друга, вернее. И ничего хорошего из этого не вышло. Прям вообще ничего не сделал. Я там как-то внезапно оказался один на фланге. И тут с одной стороны 113, с другой стороны ТВП, и, блядь. Вообще все очень плохо, все очень печально вышло. Поехали дальше. Сейчас посмотрим, если они. Если опять же такие союзники попадутся, я скорее всего буду сервак нахер менять, блядь. Потому что это вообще не дело. Ну хоть карта еще. В принципе, чё он сразу по прямой, по правому краю, по первой вертикали поедем, и нормально будет. Чаёчку для бодрости духа и тела. Максим, ты хочешь спросить у Вовы, не хочет ли он с нами насасывать в Артундер или в корабликах? Варшипс? Или как они там? Да, по-моему, третью звезду как раз я вчера себе нарисовал на шпроте.
пока брал трех мастеросов. Ну я там прям вообще в раж, все время в атаке. Так вот, по поводу ПТХ, есть штурмовые варианты, но вот, например, Прот, ну, в принципе, вполне он иногда клювом что-то может отбить. Е4 вполне себе с стяжами может кататься. Вот, за счет башни он прям себя великолепно чувствует. Е3 отлично себя ощущает в атаке. Тартойс. Классная ПТшка, особенно после апа, прям вообще играет замечательно. И суку нашли. Отлично. Блять, вот эти вот как коллижен модели на расстоянии, чё они кривятся, я вот прям вообще не понимаю. Вот, я, кстати, да, я играю на стандартной графике, только потому, что мне... Ох ты, ёб твою мать, блять, прилетел оттуда, не успел уехать. Вот, только потому, что... А кто меня засветил? А, ТВП-ха вылезла. ТВП-ха вылезла, блядь. Шаг, откуда прилетела? Оттуда, что ли? Примерно здесь, наверное. Или где-то... Не-не-не-не-не. Где-то тут все-таки, да. Вот, так о чем-то я. Так вот, да, говорю, на стандартной играю, потому что улучшенное мне не нравится совершенно. Вот, как-то режет глаз, все вот эти вот трассера, блядь, яркие, там эпилепсию можно словить. Вот, это во-первых, ну я пытался как-то с ней жить, как-то с ней бороться. Пытался с фильтрами играться. Блять, фильтры у картошки отвратительные просто. И так ничего не смог под себя, под свой глаз, блять, подобрать. И, короче, решил все-таки остаться на стандартной графике. И в любом случае для нагиба графен не нужен. А я здесь, собственно, для этого, а не за графикой. Конечно, слушай, а от кого я дуплетом-то получил там? А можно как-то маркер? Где у меня информирование? События в бою. Вот это вот, что ли? Детальный урон. Получение урона сверху. Нет, все события внизу. Так, давай по нажатию Alt. Так, от кого мне прилетело? От СУ-130, да, и 704-го, прям сразу дуплетом. Прям моментально, блядь, только засветился, говорю, не успел откатиться. Конечно, по-хорошему, можно чем-то пожертвовать в пользу... Нет, если не боновое оборудование, сейчас я бонами обмазался весь. Вот, можно, наверное, может, винтом пожертвовать и поставить турбоугнетатель, в принципе, как вариант. Да, YouTube там вообще сейчас история с YouTube'ом конкретно херовая. Вот, он стримы ужимает вообще просто в говно по качеству. Вот, я не знаю. Скорее всего, это нужно писать им в техподдержку там или куда, чтобы они все это ручками правили. Потому что, пиздец, что Dragon Age, вот, да, прошлый стрим, прямо просто, блядь, зайди, сравни картинку там ВКонтакте на Твиче или, блядь, на Ютубе. На Ютубе, я не знаю, мне кажется, он там в 360 его ужал. Вот, хотя по факту, ну, вроде нормально должно быть. Вот, я не знаю, я задам товарищам из Ютуба вопрос, почему вот так вот у вас. Но, хотя, вроде они говорили то, что проблема известная, и они ищут, как бы, решение этого вопроса.
Вот, вот только когда они найдут этот вопрос. Ты чего? Почему не вывозит? Оф. Все вывозит. 1080 я тебе три стрима параллельно киберпанк могу запустить. Вот. Меня, понимаешь, у меня монитор 1680 на 1050. Вот. И я 1080 физически картинку не могу дать. Вот. Сейчас стрим идет 1680 на 1050. Вот. Просто на выходе в 720 преобразует. Ну вот, и 60 FPS смысла не вижу ставить, потому что, во-первых, стрим ВК, сам ВК не вывозит 60 FPS. Во-вторых, не у всех железо, не у всех процы способны на 60 FPS. Я имею в виду при просмотре. Можно, конечно, 59 поставить, но, опять же, ВК не вывезет совершенно. Он почему-то... Это уже было проверено неоднократно. ВК не может. Там все начинает буфереть, все, блядь, это прочее-прочее. Херня, я не знаю, почему у них так сделано. Но, видимо, пока еще не дошли до этого. Зато YouTube... Пожалуйста, говорит, вот они там битрейт свой увеличили, хоть в 4К стрим. Вот, а стримы-то в говно ужимаются. Причем это все чаще и чаще стало, и причем практически у каждого второго, наверное. Не знаю, тут, Вов, опять же вопрос, потому что ВК вывезет. Вот у меня большой вопрос к этому делу. Мне кажется, не вывезет. Вот, а... откидывать ВК от стримов я не хочу. Вот. Ну, на Твиче это по-любому такая функция должна быть. А насчет ВК не знаю. Давай, ну, можно, наверное, попробовать будет потом на следующий стрим. Ну или так вообще просто протестить. Там же ВК, по-моему, можно, да? Типа в закрытом виде. Типа, при предпросмотре. Ну предпросмотр только я увижу. Наверное. Не знаю. Так, 75 ТС упал. Так. Блянь, гусы улетел. Зато засветил тут. Вот что боновая оптика животворящая делает. Бежал пепелац. И ты обратно все-таки выйдешь. Ой, как высоко, далеко. Так, пока его видно. Так, давай, наверное, куда-нибудь сюда еще кину. Или ты все-таки будешь вылазить? Все-таки будет вылазить. Так, в ЛКХ проехал. Так, давай все-таки, наверное, блайндами еще попробуем. Ага, супер халкет еще один. Скомпоновка, что ли? Так, нет. И я понял. Так, Членинджер. Членинджер у нас где-то здесь был. Ух ты, наполучал. Даже фугасом. Лансинг по центру едет. Отлично. Так, блять, вот эти вот
Перетурбации. Угу. Молодец какой. Так, арты нет. Я уже за свою жопу начал опасаться. Но они должны тут вообще ТС-то забирать или как? Жопа-то гореть начинает потихоньку. Я имею в виду Зеля. Хотя там вроде ПМ должен всех светить. Так, слушай, а тут мы ничего с тобой не сделаем? Нет. Так, ну давай, может, вылезет он чуть-чуть. Меня еще вазик на горе напрягает. И челленджер. Все-таки попробовать посветить чуть-чуть. А там еще 29-ка, да. Сейчас так, оп. Супер Хеллкэт, и, конечно же, залетать никуда ничего не будет. Блять, а в пиксель... в пиксель залетает. Охуительно. Так, где там был? Оп. Ты собрался меня кружить, что ли? Дурак, что ли, совсем? Долбоёбы, блядь. Один нахуй стоит, дрочит в кустах, нихуя не видит перед собой, блядь. Два других пидораса друг другу надрачивают. Да, блять, на разные площадки. На разные площадки разные настройки вроде нельзя. Вот, хотя... Раньше был эксплит. Вот, в эксплите выбирались пресеты. Вот, то есть отдельно битрейт можно было выставлять на каждую площадку. Вот, таким образом на ЯТВ шел... Один битрейт, а на Twitch или что он, Джастин тогда был, этот, ничего, на Ютубе не можно было стримить на тот момент. А на Джастин, да, по-моему, другой битрейт шел, и все нормально, все хорошо себя ощущали. Не разберутся. Не. Сплит, слушай, у меня есть этот премиум аккаунт этого Xsplit'а, потому что он предоставлялся, давался вместе с картой захвата, с этой Авермидиевской. Вот, только я, наверное, сейчас уже и не найду ни почту, ну там, ни логин, ни пароль к этому эксплиту. Это, мне кажется, уже бесполезно концы искать. Геймкастер. Я не знаю, что такое геймкастер. Ну, видимо, тоже какая-то программа новая. Ну или не новая, не знаю. Я что-то уже к этому, к ОБСу привык как-то. Вот.
это уже от XSplit, только бесплатный. А, ну что-то мне кажется, не знаю. Ну, во-первых, XSplit, он тяжелее вообще сам по себе, чем OBS, но насколько я помню. И, скорее всего, этот кастер тоже тяжеловат. А можно еще вспомнить Adobe этот Flash Encoder. Adobe Encoder. Тот вообще систему всю в мясо жрал. Где он там катается? Долбоёб, блядь. Продрочил за горкой весь бой. Хотя мог бы ВК-ху эту забрать, пока её на гуслю трепал. Сейчас-то потянем, да? Только нахера нам этот энкодер нужен, если это с ОБСом. Все прекрасно работает, как бы. Так, поехали. 4 минуты резервов осталось. Хайвей. Ой, вей. Карта. С восьмерками. Ну что, через город. Как бы что еще тут делать? Остается. Чайку за победу. И потихонечку можно ползти. Вообще можно чуть, наверное, повыше взять, потому что мало ли. Но если я еще успею в драку, ну, к засвету. Что за танк? ПТ-шка американская, 8 уровень, прототип. Т-28 прототип. Вот. Довыполнял ЛБЗ-хи на 279-го. Вчера как раз третью звезду на нем взял. И три мастера. Вот. Сегодня хотел повторить подвиг, но что-то рандом дикий. Какой-то прям вообще лютый. Лютый и нелепый. Вот. Ну, пока только две первые степени вроде взял. Вот. Ну, оно и понятно. Я вчера планку-то, опять же, повторюсь, задрал мастеров. Поэтому... А па-пам-пам, там дома вроде бы, да? Бля-бля. Так, что там, скорб? Так. Т-28. Собрат. Может, по нему можно пострелять будет? Давай. Может, он вылезет тут? Чуть-чуть-то его будет видно. Так, я засветился, сейчас... Давай кинем блайндом. Может быть. Так, ёлка засветила. Так, а это откуда? Сом. Так, это там все-таки далеко. Блять, город насасывать начинает. А вроде... А, не-не-не, показалось. Хотя вроде не показалось, как раз насасывает. Либо это насасывает... Так, проехал куда-то. Дома уже. Уже дома. Поле всосало. Да, наши СТ-шки всосали.
хотя бы скорпа забрали. Ладно, поеду в драку уже, потому что надо настреливать в любом случае. Чё я рыжий, чё ли? Ага, понятно, надо назад возвращаться. Ну тут все всрали. Товарищ там Борисыч с ФВХ всех переиграли на поле. Так, слушай, а может как-то отсюда можно? Оп. Оп. Конечно же, лететь ничего не будет. Так, там вроде Сомика, видать. Блять. Начинает гореть задница. В смысле база. Карты, да, вроде какие-то карты добавили, какие-то переработали. Ветки танковые добавили, оборудование 2.0 добавили. Короче, много чего добавили. Вот. Премов новых добавили, боновый магазин добавили. Блять. Так. ФВХ. Надо чуть правее брать. Ёлка спряталась. Не успею, у меня слишком... Две ёлки петушиные. Не, ёлка, кстати, хороший танк вообще. Прям лучше ЛТ премиальная. Она и десятки спокойно пересвечивает. Вот, просто ультимативная маскировка. Шикарно. Так, давай я, наверное, на седьмой сервак пойду. Потому что что-то тут тоже начались петушиные бои. Аккаунтов сколько? Да один вот этот выкачан. Аккаунт. Ну, по рефералке я вроде делал, да? Что-то вроде себе реферальные. Там... Кстати, да, вот реферальная программа появилась, можно эти... Такой, если премов совсем нет, можно вот, вот. Реферальных сколько? Раз, два, три, четыре. Четыре и еще два делаются. В докачке, так сказать. Вот, по рефералке там можно взять вот как раз 4202 хороший тунчес. Млехо, ну такой, ни рыба, ни мясо. А, не помню, кстати, вот, 92-й тоже ЛТшка неплохая. И что еще там, не помню. Вроде все, вроде из рефералки там ничего годного нет. А, Т-54 первый образец там добавили. Тоже, в принципе, можно. Вот я... вот у меня два там делаются реферально. Вот как раз, наверное, 54 первый образец. А второй, ну, оставлю до следующей итерации, до весны. Там сейчас как раз вот шестой этап рефералки с 26 декабря и как раз до весны, скорее всего, до нового сезона вот этой экспедиции, которая теперь местами они поменяли. В этом году сначала 4 этапа было линии фронта. Вот, и осенью как раз мы играли в Стального Охотника, опять 4 этапа. В следующем году будет наоборот, сначала 4 этапа Стального Охотника, и
по осени экспедиция вроде как должна, ой, это линия фронта должна быть. Вот. Очень плохо. Я думал весной пофармили, блядь. Но нет, они что-то все перепутали. Вот. Местами, вернее, говорю, имею в виду, поменяли, и теперь, да, придется фармить осенью. Да, на линии фронта хорошо, да, фармится. Вот. Тем более они сейчас вот на новогоднем наступлении еще резервов всяких подкинули кучу. Под этот на кредитосы. И вот я как раз думал, о, линия фронта там сейчас пофармим, но нет, они отложили это все на потом. Сак читает. Так, слушай, а чё я упарываюсь? Чё я вообще упарываюсь? Давай-ка я... А у них, судя по всему, Юдас только сюда поехал, Исаак 4. Ну, в принципе, можно... можно попробовать... Да, и Юдас убегает. Похоже, у них больше сюда и никто не поехал. Можно, в принципе, поехать в драку. Попутно дать по жопе... А, 54-ка еще там светилась. Попутно попытаться бульдогу дать по заднице, но он, кажется... Блять, что-то поздно среагировал как-то. Т-40Т до сих пор не выкачан, но... Не, 43-ка такая, своеобразный танк, он вроде... Вроде и можно играть на нем, но вроде как бы и зачем? Тоже не очень понятно. Хотя я на нем вроде что-то 63 или 67% имел в свое время. Ну так, ну, в принципе, отыграть можно, да. Такое. 3-4-8-5. Не знаю, мне что-то больше понравился. Да, конечно, он 6 уровень. Он мне настолько понравился. 3-4-8-5, что я по трейдину взял 3-4-8-5М. Вот, то есть это 3-4-8-5, только премиумная. Бизонте по заднице. Так, слушай, а кто-то светит или что? Давай я откачусь. Да-да-да-да-да. Вот, и... А, вон оно что. Вот, и по трейдину еще в этот, как его, до кучи этого Исака... Ой, блядь, Исака. Да, Исака пятого взял за бон и поменял, блядь, на супер пеша, блядь, а ты, суки, прилетел откуда-то оттуда еще. Пиздец. Так, короче... А помочь-то никто не хочет. Сейчас еще от арты прилетит, я так думаю. А тут прикрывать-то некому меня совершенно. А сейчас этот ублюдок вылезет же. Либо с одной, либо с другой стороны. Светиться что-то мне не очень хочется. Так. Счет и суки может опять прилететь, если засвечусь. И от кого-нибудь еще. Что, давай я... Так, пантера меня увидит. Совершенно точно, но я хочу отсюда упасть. Хотя, может быть, и нет. Нет, увидела все-таки. На отъебись кинул, попал, блядь, и залетело. Я прям Удас боюсь, но еще больше я боюсь арты. Хотя, блядь... Вот мне бы было жалко на 141 хп тратить снаряд, да. Но это все-таки 53-55. Вот на 92 он же, да? Да, 92 HMC. Вот на ней мне было бы жалко. Потом почти минуту кдшится, это, блядь, сильно.
Вот. А закономерность и фишка вообще такая прикольная, как оказалось. Вот я купил забон Исака 5, поменял ее на супер першинга, еще осталось 5 голды на это, как его, чтобы 3-4-8-5. Вот. И ты его опять можешь, да, забону купить. И как раз по трейдину я выменил вот этот вот AMX M449 на ELC M90. Офигенный, кстати, вообще прям ниндзя, ниндзя, ниндзя. Вот. И по рефералке обратно заполучил этот M449. Вот, а елка прям вообще ультимативно. Ты стоишь в кустах, ну, то обязательно, конечно, маскировочка, допай, малошумка, оптика. Вот, и я прям выкатился, я прям с нее вообще реально кайфанул. Стоишь просто в кусте, мимо тебя пролетает какая-нибудь ПТшка или средний танк в 53-54 метрах и тебя не видит. Тебя реально только зарентгенить. На сервак ты перешел вроде, да, на седьмой. Но они вроде должны, наверное, что-то сделать здесь вообще с этим или нет. В принципе, 7-8. Сак, я что-то не помню, он шотный, по-моему, был. Танк в соло неохота. Не с кем катать, ну. Тебе надо, не знаю, хотя бы до 8 уровня там докачаться, до 6, чтобы о чем-нибудь покатать. На 6, ну вот я бы мог с тобой покататься. Как раз взять этот 3-4-8-5М, и я, он мне прям очень понравился, хороший. Хороший танк, хороший прем, как для 6 уровня, и даже получше прокачиваемой версии 3485. Да, Шкода, все, барабан крутить ушла. Тройка есть, есть, конечно, уже не после него след. После 43-ки, что у нас там? 44-ка идет. 43-ка 7-й, да, 44-ка правильно 8-й. Каким бы Юдаса или Удаса, я не знаю, как его правильно обзывается. Я уже все, я уже нахуй так. Я уже хуй за там все забил. Просто уже на лайте, блядь. Сломаю. Так как катка должна тащиться просто. Вон, Ксор вместе с ФВХ и должны забирать Юдаса там. А кто и там еще остался, Тони? ТВПХ, вот, кстати, вопрос, да, сколько ТВП и ХП. Вот, если она приедет сейчас. Так, она уже едет. В принципе, шотная, блядь, ФВХ, развернись, дай шот. Мог бы забрать. Но он этого решил не делать. На автоприцеле. Молодец. Ну, хоть Ксор ему помог, блин. Пиздец. Что творится? Я говорю, рандом дикий.
дикий, лютый, все что угодно происходит. Тинтанк 7 уровня и 26. Ну нормально, слушай, Вов, можно как-нибудь покатать. Либо после стрима он хочет, пойдем покатаемся. Там на 6 уровне, на 7. Я, по-моему, даже... я резервы, кстати, по-моему, даже не включал, да, на опыт. Типа, там уже количество боев зашкаливает. Друзья, что там за задача-то? Блядь, где карта? Что? Там на отличие какие-то стоят. Максим, ты здесь? Усьотер. Я сейчас посмотрю, сколько боев осталось. Тематика-то стрима сколько? 20 боев? Три мастера за 20 боев. Танки, ну, наверное, сотку. Почти, я думаю, если HD клиент. Вот у меня HD клиент. Но играю я на стандартной графике, блять, потому что я объяснял, почему. Не нравится мне новое. Улучшенное, блять. Не под мой глаз. 43 хп. Сейчас у него арта плюнет, и все. Арта может огрызаться. Как бы. Сейчас, скорее всего, он поедет к ней, и она его спокойно заберет. У тебя YouTube подключился вообще в эти как в чате? Или нет? Потому что твичи я оба вижу. По десяток там, все нормально. А YouTube у меня оранжевый. Вот. ВК у меня в чат вообще не видит. Я его отдельно катаю. Здорово, да? Нет. Спасибо, но я соло. Вот. Тем более ЛБЗ выполняются в большинстве случаев соло. Особенно ЛБЗ на дамаг. Особенно ЛБЗ на мастеросов, вот на это вот все. ЛБЗ на фраге. Ну, на фраге, ладно, окей. На фраге еще взводом. Как-то можно это все скооперировать, чтобы со взводной как бы большую часть дамага сам раскидывал и просто подклевывать, подсасывать. 82-33 весит. Ну, я не знаю, я просто давно не смотрел, сколько он весит. Я уже как бы это... Не, папку апдейтс и периодически я, конечно, после каждого обновления я почищаю, потому что картошка не научилась до сих пор. Картошка не научилась до сих пор вписать в скрипт просто... автоочищение вот этой папки updates. Почему-то в этом, в гей-центре, в этом, в ВГЦ, да, эта херня происходит. То есть, про это самое, обновляется Wargaming гей-центр, и папка updates после этого автоматически очищается. А самого клиента нет. То есть, у тебя клиент обновляется, тебе нужно ручками эту папку очищать. Вот. ВК, да, ВК идет, да, стрим. Стрим идет, но мультичат у меня он не подключает. Почему-то я его отдельно вижу. Вот, ВК у меня отдельным окном. Вот. А на гудгеймах что происходит, я вообще не знаю. Так, пум. Через город или через воду.
Через год. Давай через воду, наверное, отыграем. Что в город, что-то я прям не очень хочу встречаться там с малочленами всякими. Хотя вазик может на воду поехать. Скорее всего, я бы так и сделал. На воду поехал. Ёбр приехал. Странно, Twitch лагает закачки. Не знаю. Я, по крайней мере, вижу то, что они подключены. Вот, а как там он идет, это я уже не знаю. Вроде всех должно быть хорошо. А, кстати, Вов, там в этом гей-центре, вот, там есть такая штука. Ограничить скорость загрузки, по-моему. Или отдачи, или и того, и того. Вот, можешь немножко ограничить скорость, и ничего лагать не будет. Так, а в какую сторону? Подожди, подожди. А, ну эти все правильно, правильно, они двигаются. Двигаются правильно, товарищи. А вот. Верхом, низом, верхом, низом, верхом, низом, 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 низом. Мне кажется, сейчас там ёбр посередине или елка. Елка посередине, скорее всего, стоит здесь, да. Стоит елка и не светится. И ёбр катается. Все, ёбр потушили, а вот елка. Давай левее возьмем. Я пока дополз, уже опоздал во всю драку. Как бы. Ну, неудобно в ВК, можно в Твиче смотреть. Твича 2 работает. Оба. С ними все хорошо. Мне от арты бы не прилетело. Так, слушай, а вазик можно как-то чуть-чуть? Что-то я не понял вообще, как полетело. Ну, не пробил. Но засвет мой. Можно поджиматься, надо с это какого забирать полтинника. А, ёлка здесь, нифига себе. Еще и скорпион нашел. Вот что оптика боновая животворящая делает. Ну тут еще и вазик. Или подожди, или вазика потушили? Не, вазика не потушили. Есть другой вазик. Красивый дядя. Пропала. Либо не выехала. Скорее всего, просто пропала. Ну, сходи покури, что ли, да? Почему бы нет? Сам думал, перекур может устроить. О, елка приехала. Так, давай, наверное, чуть-чуть назад. Сейчас как бы от вазот не прилетело. Может быть. Не попал. Отсвечивается быстро. Задница. Так, арта. Вот здесь. Надо потихоньку возвращаться. Но, может быть, удастся зацепить. Так,
этого выцелить не удастся. Ладно, они тут сами должны разбираться. Нужно потихоньку в сторону базы двигаться. Так, кран вагина. Так, а мы тебя увидим. Что-то я... Он за домом, что ли? Так, а выезжать будет? Так, УАЗик. Так, еще раз должен назад, наверное, отъехать. Отлично, потушили. Так, надо двигаться, надо двигаться. Так, может быть, шот успею еще дать. А Магна? Скорее всего, успел. Так, давай низом. Да. Ну тут, блядь, 9-12. Тайп с 500. Сейчас вот ЭВП и заберет, естественно. Вот, я... Может быть, еще... У него два снаряда, скорее всего, да. Все, два откидал, теперь он на КД спокойно уходит. Хераси. А почему ты отсветился? Там еще экран вагина. Еще 69-ка. Замечательно. Ой, блядь. Пидоры. Пидорги. Совершенно, блядь, одни долбоёбы кругом. Совершенно, блядь. Совершенно точно. Так, где эти мутанты, блядь? Кран вагина. Десятка, блядь. Что, блядь, в голове? Вот у этих вот. Что, блядь, чем нахуй можно играть вот так на 46%? Вот на это, вот чем? Вот ногой одной, блядь. Это я еще спокойный, блядь, сегодня. Говорю, я все нервные клетки вчера потратил. На выполнение. Так, короче, да, что-то все психовать уже маленько начал. Давай, наверное, перекур сделаем. Минутки на три. Там я уже докатаю 5 боев, или сколько там, 4 боя осталось. Наверное, уже без резерва. Так, музыка будет играть в ангаре, нет? Это... На фоне музыки будет крутиться пепелац, вот этот, названием прототипа. А, так, я ж еще вспомнил. 2.7.9 ранее в конце стрима откроем обязательно. Вот, но пока я докатываю 4 боя. Вот, до 20. Открываем 2.7.9 и, наверное, все. Так, сколько стрим идет? 3 часа, да, по-моему, стрим идет. Отлично, да? Вроде, да? Да, 12:30, 3 часа. Вот. Короче, давайте 3 минуты перекур, наливаем чай и будем продолжать наше выстрадывание, скажем так. Так, где у нас перекурная штука? Все. Все, объявляю перерыв.
Так, извиняюсь за задержку. Ой. Немножко дольше, чем планировал, перерыв продлился. Надо было немножко чайничек подождать. Вот, и заварить его сахарком, так сказать, чтобы поднять немножко мозговую активность и сахар в крови. Вот. Короче, что у нас? Продолжаем, да? Вроде звучание. Раз-раз. Да. Звучание есть, картинка есть. Продолжаем эпопею с мастеросами на этом пепелатсе. Поехали. 16 боев справа внизу было написано. Что-то Максим ведет учет там степеней и мастеросов. Потому что игра-то уже не может. Потому что задача-то сама по себе уже вчера была выполнена. Выполнилась. Ну, конечно, да, запотел я на нее вчера, блядь, конкретно. И с нервами. И со всем прочим. Че, арты нет, давай отыграем центра. Тем более, одноуровневый бой, восьмерки. В принципе, почему бы нет. Поменял я кружку. Вместо красной Nescafé взял маленькую, потому что на большую кружку я не знаю, сколько ложек сахара надо. Вот на эту я 10 бухнул. Сейчас кто-то этот. Сейчас кто-то в ахуе просто сидит. Как 10 этих, как его, ложек сахара бизонте. С левой стороны. Надо товарища наказывать. И не отпускать. Желательно бы еще сама взять. Так, просто на испуг кинул. Ох ты, и сука. Тварь, блядь. Засел, окей. Блядь, Каен еще слева. Сейчас будет сюда прорываться. Блядь, что-то вообще 2-5. Товарищи льются. Ебанёсься. Держи на гусле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Отпускать нельзя. Блядь, сон. Пускать этого пепелаца, блядь, нельзя никак. Ну. Где елка светит? Ну, понятно. Уже проехала. Пизда, 4-10 просто. Турбо боев нет. Совершенно. Одни дебилы, блядь, вокруг. Там вода, да. Теперь с своим стулом. Почему с своим стулом? Так, давай, короче, давай на восьмой пойдем. Пришел на шестой сервер.
Сделал два фрага, все, команды нет, блядь. 4-10 моментально. Я хуею. Вода досталась вроде, да? Тут 10 ложек сахара, блядь, класс. С таким количеством сахара. В чай жопа прилипнет. Да ладно, нормально. Конечно, отвратительно, но это необходимость. Так, давай. Пока вот это вот вращение ангара, я думал, оно будет прикольное. Вот, но... Но вращение ангара мне что-то вот это вот совсем не нравится. Так, никогда не надо вращать ангар. Ни в коем случае. Так, а что там внизу за настройка еще была? А, нет, все, ну все, все нормально. Так, ладно, поехали. Пиздец, они там... Моментальный бой, турбач. Просто, просто турбач. Шпатель носили, да. Опять с восьмерками, отлично. И с одной арту еще, к тому же. Чат ВК ужил все-таки, да? В отличие. Нет, с Твичевским-то у нас все хорошо. Привет, да. Привет, привет. С наступающим вас также. Настроение нормальное. Предновогоднее, да. Так точно. Какое сегодня число уже? 23 декабря. Кстати, на этой неделе надо что-то это... С новогодним стримом-то мы определились, да, с вами, товарищи. Полетим в солнечный Майами, то есть GTA Vice City. Начну я все-таки, да, проходить. В рамках прохождения серии GTA. А, на этой неделе надо что-то определиться. Сохранение Лейнуара я похерил. Надо его заново проходить, а вот что-то... Не, как вариант, как какую-нибудь цивилизацию. Вот. Или можно тропику 5. Так, давай чуть правее возьмем. Артан казал немножко. Товарищ лиса. А кто там вниз упал? 44-100 вниз упал. Мне бы как бы он не прилетел отсюда. И прям очень не хочется его ощущать у себя с филейной части. В филейной. Так, Борисыч. Так, подожди, а ты куда у нас делся-то? Так, Эстеха. Оп, не зашиб. Не понял, а вот это вот как вообще было? Пщ, вот, я так и думал, что это товарищ. Я уехал. А это хуета... Ну, отлично. А снаряд все равно залетел. То есть, ты понимаешь, что в этой петушиной игре происходит? Отлично. Ну вот хоть, блядь, Бориск помог. И то. Спасибо и на этом. Кстати, да. ВК. Ульяна. Спасибо. И у вас как? Ваше новогоднее. Точнее, предновогоднее настроение. Так, надо что-то делать вообще вот с этим товарищем. Надо, наверное, выходить и забирать его просто на мужика.
Хотя тут его без меня должны, но... Давай, наверное, будем уходить вниз. Да, собственно. Давай, наверное, поступим следующим образом. Я надеюсь, арта... У нее... Надеюсь, по крайней мере, у нее есть другие занятия. А вот Ксора... Ксора тоже необходимо забирать. По всей видимости. Нет, они должны там, должны все забирать, там все сметать. Так. Под днище, ты понимаешь? Так, а сколько у тебя КД, я не помню. Ты понимаешь, просто под днище снаряд улетел. Но она будет меня сейчас это... Так, справа еще. Где-то... Где-то вот в этих... Да, где-то в той стороне. Оттуда прилетела. Так, она меня будет здесь пасти, это совершенно точно. Так что... Давай, наверное... Поступим следующим образом. Сделаем финт ушами. Пойдем снизу. Три хп наебнул. Ты ж меня сверху ждешь? А я пришел снизу. Так, арту забрали. Отлично. Еще бы Ксора до сих пор. Бориска упоролся на него. И от чего-то не забрал. Так, Тайп попросил прикрыть. Но нам... Нам нужно вот эту пепелацию забирать. Так, прот на воде. Скорее всего... Да, и сухо там, и вазик. Тоже на воде. Ну что, вазика можем, скорее всего, да. Тычку дать одну. Он даже не видит, он под оглушением. Может быть, даже вторую еще удастся. Пфф, землю убить. Ну да. Так, слушай, а по Исуке пострелять-то отсюда можно как-то будет, нет? Может быть, как-нибудь. Да. И добрать. В принципе, несложно. Так. На Ведьмака... На Ведьмака, да, вроде забил. Я ж там последний стрим в Болотных приключениях был. Вот, и... В общем, оставил я Ведьмака. Ведьмака должен был проходить кто? Я оставил сохранение, во-первых, оставил сохранение. И то ли Вова, другой, ну, не ты, другой Вова должен был его проходить, то ли... То ли Ваня должен был продолжить мои сохранения Ведьмака, но я не знаю, как что там решилось, что поменялось, и что-то никто вдруг не начал внезапно его допроходить. Ну и ладно, значит, Ведьмак пока просто на дальней полке. Отложенный лежит, так сказать, отложенный лежит, да. Институт тавтологии и тавтологии. Про калибр картохинский. Не знаю. Видел картохинский
калибр, и не знаю, что-то он мне напомнил. Знаешь, что он мне напомнил? Напомнил он мне Ghost Recon. Такая игрушка была когда-то. Только онлайновая. Ну, вот этот калибр картохинский онлайновый. Не знаю, у меня был на ЗБТ, короче, было приглашение, но я что-то хер забил. Вот, на этот калибр. Вот, и... Ну, как-то, не знаю, что-то, знаешь, не зацепило он меня. Прям... Просто зачем картофель повторно колесо изобретает? Как бы до них уже все сделано. Есть прекрасный сайт. Как бы есть альтернатива там, да, CSGO, есть этот Battlegrounds, или как он там. Это то ли юбисофтовский, или чей он там. А, этот. Где постапокалипсис? Не помню. Не помню, забыл название. Division, о, блядь. Есть Division. Как бы. Кому нахер нужен калибр? Вот этот вот. От Wargaming. Я не знаю, кто в него вообще будет играть. Третьего по стриму. Ну, бери мои сохранения и. Херач. Дальше. Первую часть. Потом вторую. Потом третью. Кстати. Одесса 115 нам картошка мне ник выдала. Прекрасный анонимайзер. Прям вообще замечательный. Блядь. Извиняюсь, я уже 3 часа разглагольствую. Горло уже подсаживается. Так, Сомик. Там еще и Бизонти. Ну, аккуратненько клюв выставить. Они не вылезут, а может и вылезут. Давай посмотрим. Бизонти вылезет или нет? Делайте ваши ставки, господа. Прекрасен. Истри. Блять, заглядываешь, да, такой? Сидишь за угол. Чем можно поджаться? О, тот фланг, все, кажется, закончили тот фланг, может быть. Землю убил. Можно поджиматься, скорее всего, да. Помочь Лансону с Бизонтой. Отлично, давай. Сейчас я думаю, раскатаем. Сак. Отлично. Так, ствол так не опускается. Бизон-то до заряжания. Поэтому упарываться смысла нет. Потому что хрен его знает, сколько у него там в барабане осталось. Понятно, еще арта, конечно, кидает. Замечательные товарищи. Так, сухо еще прямо. В маску. Отлично. Все, надо откатываться. Заходить с правой стороны. Прямо где-то вот здесь вот сухо. И арта еще прямиком... В мою сторону клюв точит. Сом вышел, забрал Каена. Я так понимаю. Давай посмотрим, что мы можем противопоставить. Вот, я говорю, блядь, Артанах, вот если она приебется, все, больше от тебя нахуй не отстанет.
катку въебываем. Так, а вы не хотите сама-то как-то добрать, товарищи? Надо кослеванию закончить. Ну, может быть. Для начала. Как в танки играть, чтобы прокачать можно в танках. Что нужно для... Что нужно для игр? Как играть? Я не знаю, берешь, скачиваешь, играешь. Не, ну сейчас новичку, может быть, даже сложновато будет разобраться, потому что хуй его тучу всего, блядь. Понаводили, во-первых. Так, КС. А, он с той стороны. Вот. Но с другой стороны, вроде они какое-то худо-бедное обучение завезли. Не знаю, там учебный полигон или как он теперь называется. Вот. В принципе, на самом деле, ничего сложного в этом. Это я такой, блядь. Сижу, в принципе, ничего сложного, блядь. Как... который играет, блядь, в эту петушиную игру 10 лет, блядь, внезапно. Вот, по веткам, ну, есть много, в принципе, занятных машин, но на блядь, землю убила, сука. На десятках, ну, такой себе геймплей, конечно. Вот, есть много интересных машин на 6 уровне. Есть интересные машины, блять, выше. На 7, на 8, на 9. Вот самый... Сом приехал. Самый геймплей такой, ну, как по мне, сейчас на 9-ках. Вот, на 8-ках, на 9-ках. Вот. Прям очень такой, знаешь, бодрый. Ну, сзади Сом приехал, понятное дело. Сейвов нет у тебя от кослевания? Ну, блин, Вов. Я не знаю, а сколько стримов в кослевании, кстати, было? 4, 5, 7? Мы же с тобой смотрели на этом, на СГ, сколько у нас залито. По-моему, 7. Не знаю, не помню. Три или четыре. Ну не, точно. Точно больше трех. Точно больше трех было. Может быть, 4. Прям может быть. Не знаю, мне почему-то кажется, что их штук 7 было. Примерно. Плюс-минус. Хочу вообще Булли закончить. Еще плюс ко всему прочему. Вот. Вот. Я его... Слушай, подожди, когда... Максим! Максим, я призываю осетра. Максим, вернись в чат. В какой-нибудь. В ВК, на Твич, на Ютуб. Куда-нибудь. Мне нужно срочно у тебя спросить. Этот, Булли, когда я начинал? В 17 году? Повторно. Ну, понятно, первый, когда там, в 12 году стрим, блядь. Про Булли. Еще с этим, с Лехой нашим позитивным. Алекс, который. Вот. И как бы потом, да, вот в 17 или 18 году я начал эти халатные, да, стримы, блять, под Булли. Новогодние, по-моему, пару штук Булли. Да, значит, точно, больше 2 лет.
Я этот булли пытаюсь пройти, и все никак. Ну, просто потому, то, что я его, наверное, в эфиры не ставлю, поэтому я его так и не прошел, блядь. Неделю назад взял 7-9. Молодец, Сергей. Поздравляю тебя с приобретением данного пепелаца. Вот. Я его сейчас вот открою уже. Вот. Я бы на самом деле я бы еще в том году бы открыл. Я просто ЛБЗ не занимался. Вот. А тут что-то новогоднее наступление началось. Вот всякие плюшки. Думаю, блядь, надо закрыть ЛБЗ. Вот, закрыл на отличие Химеру. Прошел Альянс. Вот, на 279. Закрыл. Вчера закрыл Альянс 15 на отличие 3 мастероса. Вот. Ну, сегодня так. Сегодня попытка номер 2 для галочки. Но вряд ли, опять же, повторяюсь. Планку на прототипе я вчера задрал. Мастера. Скритом. Под башню. Страдал месяц. Ну, там, да, дело такое. Выстрадать... Конечно. Можно. Вот. Я тебя прекрасно понимаю. Вот. Все ваши страдания. И нервы. Вот. Сегодня я практически спокоен, опять же говорю. То, что я... У меня вчера... Все мои нервные клетки закончились, блядь, на этих мастеросах. Так что сегодня такой чил, да? Вот, но за сколько? За 17 боев пока две первые степени удалось взять за сегодня, потому что рандом дикий, вообще просто дичайший. Так, а давай мы тебя... Дадим тычку. Что он даже это в мою сторону не смотрит. Прям. Ты в курсе то, что я здесь? 274-й. Видимо, не очень. Так, тигру бы пощупать за ляжку. Ух ты! На фугасе, что ли? Так, справа ксор, надо уходить. Надо откатываться. Тридцатка сейчас с этой стороны, скорее всего, приедет. Слушай, наверное... А куда снаряд-то делся? Картошкина игра. Чё творишь? Шесть штук... Шесть костлеваний. Блин, ну значит, Вов, значит, я правильно помню. Их либо 6, либо 7. Но мне почему-то казалось, 7 было костлеваний. Так, сейчас меня сожрут. Если супер пиршинг, надо посмотреть ксоры. И мне кажется, то, что елка прям совершенно точно. Где-то здесь. Да, вот он ксор. Блять, я аж подавился. Почему без Рона и куда это зашло? У тебя бронепробитие, говно, ксор. Блять, ебучий автоприцел, палец соскользнул. Бля, ну тебе... Ясен хуй арта. Понятное дело, блять. Как же без нее? Не, ну, я думаю, они должны вытащить катку, нет? Иди. 17 штук чего? 17 штук булли было? Ну, на СГ, да, на СГ несколько совершенно точно булли было. И на это. Не, слушай, мне казалось то, что я на Гамгунисе его начинал. Оказывается, значит, на СГ еще начинал этот булли. Так, ладно, что они тут? 5-7, в принципе, да, должны, наверное, вытянуть. Тут в городе шоты одни остались. Вот, блядь, как в тридцатку снаряд не вошел, непонятно, куда он вообще делся.
Вот. И с Ксором, конечно, тоже нехорошо получилось. Первый раз вообще непонятно, куда снаряд попал с критом. Ну, видимо, в приборы. И непонятно, что там, блядь, пробивать. Его пальцем проткнуть можно. Вот. А второй раз, конечно, я косякнул, блядь, палец на, этот, на правую кнопку. Соскользнул. Так. Выполнил Экскалибур Химеру последнюю на отличие ветку Союза. Да, нормально. Нормально. Сел, взял три мастера за 6 боев. Да я в Альянс вот, предпочел, потому что Союза я посмотрел, в общем, задачи, ну. У меня вот танкование. Меня вот что-то прям совсем я посмотрел. Думаю, блять. Сейчас в таком рандоме невозможно. Мне кажется, практически это сделал. Не, ну если Исака четвертого брать. В принципе, он после апа вроде как заиграл маленечко. Чуть-чуть. И бортами там как-то пытаться. Хер его знает тоже. Вот поэтому я решил пойти другим путем. Прошел Альянс. Все. Это самый этот, самый изич. Кого, Вова, у тебя не регнуло? Что у тебя случилось? Кто тебя обидел? Покажи на него пальцем. Слушай, в принципе, они могут еще затащить. Потому что в городе-то шотники остались. В принципе, если Юдас грамотно подсветит, они могут что-то сделать. Вон елка приехала. Вот, я же говорю, у меня прям стойкое ощущение было, то, что она прям вот посреди поля была. Вот, и, в принципе, она там и оказалась. А, не регнул снаряд. Ну, вот я говорю, блядь, он куда-то... Не, ну, ладно, я как бы привык уже ко всему. Я привык к тому, то, что снаряды сквозь танки, например, пролетают. То, что у арты снаряды ну, в процессе куда-то испаряются. Не знаю, может, в птиц попадают. Но когда, блядь, перед тобой стоит в 20 метрах танк, и ты стреляешь ему в каток, то у тебя снаряд просто исчезает. Вот такого я еще не видел. Блять, вообще шоты остались, просто шоты. Блять, могут, должны. Бориска, уходи. Правильно делает. Хотел уже на миникарту ему ткнуть. Правильно, он СТ-1 слепой, Борисыч должен его с расстояния просто засветить, да и это, и в задницу тычку дать. На налог, да, видимо, 13%, блядь, из быка, сказать. Возможно, если один в город пошел прятаться, я не знаю. Вот сейчас что может произойти? Если Бориска поедет за артой, то СТ-1 может встать на захват, на самом деле, и Борисович уже, наверное, может не успеть. Второй вариант развития событий. Борис сейчас поедет за СТ-1, а тут уже
плевка одного, арты даже рядом достаточно. С плышом заберет, как нехуй делать. Либо сейчас может огрызнуться. В 12-13 году тема была карта пустынная, в которой самолет летал. Кто-то пизданул карту. Это Uncharted, Вов, нет? Uncharted 3. Пустыня с самолетом. И там Натаныч наш драки. Ну и все, ему надо забирать, да, и на захват вставать. Спокойно причем. СТ-1 уже не успеет никуда. Просто захвати базу. Баран. Просто баран. Встал бы раньше, все было нормально. Так, если у него попасть, экипаж по максимуму прокачается и... Все поверили, а там тупо не текстура летала. Пустынная карта с самолетом? Не помню такой пустынной карты с самолетом. Песчаные... Река нет, не та, там самолета вроде не было никакого. Карта этот, как его... Блять, 10 лет играю в эту сраную игру, не могу никак название карт запомнить. Короче, ладно, хер с ним. В принципе, вот, вот, нашел, и СТ-1 его тоже сейчас нашел, наверное. Нет, слушай, или у него лампы нет, или что? В принципе, если у Бориса чему... Малаш... Да ты серьезно? Пиздец! Я думал, все, блядь, пизда. Если бы он второй снаряд не пробил, вот это вот было бы вообще эпик. Эпичный срыв. Прям не знаю, на каком он везении вообще просто... На лютейшем. Сначала, видимо, не подфартило, а потом как подфартило. Ужас какой. Вообще просто. Так, а сколько времени-то у нас уже? Час 12. Ой. Ну давай еще карточку. В принципе, и можно открывать, распаковывать 279-го и завершать, наверное, стрим. Попутно, может, рекомендации некоторые дам по прохождению. Химера и как раз такие 15-й задачи Альянса. Вот, потому что по Экскалибуру что-то давать там нет никакого смысла. Они все на изичи вообще прям максимально легко проходятся. Тем более они накопительные. Там жопу рвать, страдать, ничего не требуется из этого. По внешке пойду. В принципе. Почему бы и да?
Завтра какой день недели у нас? Среда? Ну, вернее, уже наступила, да? Среда, да, 23 число настало. Так, наверное, где-то в пятничку, я так думаю, да? Где-то в пятничку, я подумаю завтра... Ну, завтра и в четверг подумаю, что можно поставить. Может быть, да, может быть, я нагоню L.A. Noire. Возможно. Дойду до того момента, где я сохранение загондонил. Вот. И дальше уже будет видно. Вот. Либо, может быть, правда, может, Тропика 5, может быть, ЦУ 6 можно постримить, я там это, что-нибудь попытаюсь сделать. Не, конечно, Тропика хотелось бы. Второй Тропик вроде зашел прям на стрим хорошо. Вот это пиратский остров. Ведь фугасами стреляют, а Бизонте... Так, вошло. Ну, конечно, фугасами-то, блядь. Как калечит мне тут экипажа. Блядь, попал еще и в этого, в шапку Бизонте. Там что-то не совсем удобно. Так, давай. Блядь, куда-то залетел не туда. Слушай, а че... Где ты мне там... Че видишь-то? Я что-то не понял, как у меня... То ли в маску, то ли в щеку, это 274. А где он там стоит-то вообще? И что он не увидел? А, прям лючок, прям, блядь, пиксель лючка увидел. Сволочь. Хорошо, давай мы пойдем таким путем. Немножко откачусь. Там лючки не особо палил. Так. Здравствуйте. Ну, вот с ним я уже в упоре не хочу. Так, я, блядь, картонный. А он, скорее всего, на голде. Так, этот товарищ где-то... Нет, а здесь сейчас ко мне Бизон-то приедет. Скорее всего. Так, давай, наверное, как-то так. Ну да. Тут уже все. Так, ладно. В общем, нормально. Идем открывать 279-го. Будем считать, миссия выполнена. Она выполнена еще вчера была. Блять, вообще рандом дикий. Абсолютно дикий, блять. Пиздец, 20%, 40%. ВТР 9,5, блять. Пиздец. Люто, люто, одни олени. Короче, ну вот новогоднее наступление. Все ломанулись в танки. Всякие сволочи. Вот, например, такие сволочи за 28 тысяч боев, блядь. Мозгов совсем не нажил. Так, короче, по задачам. По Экскалибуру там, блядь, там все абсолютно накопительное. Абсолютно за любое количество боев тут, ну, как бы смысла нет. Химера по 15 задачам. Союз 15. Сумма полученного, заблокированного, нанесенного 10к и 20%. Выполняется из 7, из 4, 277, ради бога. Возможно, еще ПТХ. Блять, господи, дай памяти мне. Вот. 268 дробь 4. Тоже хорошо зайдет. Но я выполнял на Исаке.
на седьмом Исаке. Так, звезды сложились. Задача была выполнена. Блок. На отличие. 3500 урона тяжем и ПТХом. Ну, соответственно, 6 нанести урон. 6 разных. Можно выполнить на скорострельном, на что-нибудь СТБ-1, Леопард 1. Или можно взять девяточку. Если есть КПЗ, берите КПЗ. Я выполнял именно на компанзере 50. Вот. В принципе, едете в драку к тяжам, и за бой просто вообще на изич выполняется. Альянс. Альянс 15. Собственно, как и первая задача, 25% от урона всей команды. Как 15-я задача, 6,5. Ну, там примерно так же, там где-то 6,5-7 тысяч нужно нанести, чтобы первую выполнить. Вот, также 15-я выполняется. Берется Тартойз, обмазывается бонами. Изи. Ну, иногда порать придется, попотеть, потому что рандом, опять же говорю, сейчас дикий. Лучше уже проходить, конечно, после всей этой активности. Так, коалиция. Коалиция 15. Нанесет сумма разведданные и урон. Делается, ну, естественно, ЛТшки. 13-105. Идеальный выбор, там больше подамажить можно, видео на канале, по-моему, есть. Вот, с Химеры разобрались. В общем, как получается 279 на изиче. Проходится Экскалибур, все на отличие, Химера на отличие, собственно, рекомендации я уже дал по всему этому делу. И выбирается одна ветка из этого всего. Из этого всего лучше всего Альянс. Вот, потому что, ну, можно, в принципе, Союз или Блок, но там есть довольно упоротые задачи, и очень много надо фрагодрочить. У коалиции есть задание на танкование, а кому там танковать, я вот не совсем понял. Вот, в общем, берется Альянс. Проходится, и 15-я задача на отличие, собственно, 3 мастера в 20 боях тоже делается, в принципе, несложно. Заходим на вот реплейс, смотрим график мастеров, 8-9 уровень, где поменьше. Вот. На вчерашний день это был Бульдог, ЛТшка, Волкер, Бульдог. Вот, 8 уровня американская. И Т-28 прототайп. Я выбрал прототайп, взял 3 мастеровцев, и все. Нормально. В общем, приступаем. И накапливается 9 бланков. По 3 бланка. По 3 бланка на блок, или как, но на нацию, в общем, или не нация, не знаю, как это назвать. В общем, на собрание наших товарищей, собрание наций объединенных. Все выполняется, тратится 9 бланков. И 2-7-9 в ангаре, в принципе, делается легко. В общем, вот и весь лайфхак. Вот. Ну, я уверен, большинство, наверное, скорее всего, знали об этом, но смотрят нас не только танковые любители. Вот. У нас канал совсем не танковой тематики, но ребята пришли, принесли денег, танки, пожалуйста, ЛБЗ. А сами не пришли, ну, я знаю, посмотрят в записи, за что им в любом случае большое спасибо, и спасибо всем, все крутые. Так, пока HD клиент качается в SD, я не знаю, я ни разу так не делал, пока он там обновлялся или качался, вот, я никогда не запускал его, я всегда дожидался конца установки, загрузки, вот и прочего.
Вот и все. Где этот пепелац? Советы, советы, вот он. 2.7.9 ранний. Кстати, я хотел посмотреть, сколько у него обзор. 400 метров, в принципе, можно оптику, наверное, ставить. 2.21 время сведения. Тут, в принципе, либо стаб, либо оптика. Я бы выбрал, на самом деле, оптику. Потому что я предпочитаю видеть, кто в меня стреляет. В общем, ладно, я посвящу 279-му отдельный какой-нибудь стрим. Я так думаю. Вот. Но это будет, наверное, скорее всего, уже после Нового года. Вот. Скорее всего. Ну, может быть, до Нового года. Не знаю, пока ничего не могу сказать. Вот, пока в пятничку какой-нибудь такой игровой, тематики, либо цивилизация, либо тропика, либо Ленуар, либо я, может быть, еще что-нибудь придумаю. Вот. Стрим шел сколько время уже? Получается 5-4 часа или сколько? Четыре часа стрима. В общем, примерно плюс-минус за такое время и получается это выполнение данного ЛБЗ. Вот, у меня заняло, не знаю, что-то порядка 3, наверное, часов. Вот. Так что, такие дела. В общем, прощаюсь с вами до пятницы. По ссылочкам под видео можно подписаться на канал, вступить в группу ВКонтакте. Вот. В Дискорд зайти и оп, Инстаграм, там все внизу есть. Вот. Неважно, как, на какой площадочке вы смотрите. На Твиче одном, на Твиче другом, на Гудгейме одном, на Гудгейме другом, на Ютубе одном, на Ютубе втором или ВКонтакте. Вот. Или я уже сказал... Первым делом во ВКонтакте, не знаю, не помню. Я уже запутался, 4 часа к ряду разглагольствовать. В общем, господа, все, всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр тем отдельно, кто уже смотрит и посмотрит этот стрим в записи. В общем, да, подписываемся на канал, группа ВКонтакте. Все, внизу, до следующего стрима. Пока-пока.